У своего нас пространства. вместо камеры Бонича был захват игры. Не, 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 А, не, не, нет, не. был и Вспомни. захват игры, и камера Бонича вообще-то. Угу. Нет. Да-то я как бы, ну уж. Давайте не будем спорить про Ща продакшн. покажу. Ща покажу. Я все умею, я взрослый мальчик. Я То не есть. спорю, я уточняю. Не, Бонич захватывал вебки через Discord, там, потому что они в столбик выстраивались, и он просто весь столбик сразу захватывал. Я захватывал вообще все, что захватывается, я захватывал. И вы не поверите, захвачу еще раз. Только осталось. Бонивар-захватчик. Да. Инопланетный. Ну, осталось только понять, что, как бы, где четвертый участник Ну, всей слушай, у него процессии. через 12 минут стрим Диабло, как А, ну минимум, мы согласен, тогда там его готовится. можем Скорее всего, готовится, выловить. да. Скорее всего, тогда он, ну, не будем ему мешать готовиться, потому что Диабло это все-таки, знаете, вам, ребята, не какие-то Да. почитушки. Да, Там. это раз в год бывает. Да. Это Все-таки для раз в год. Диабло нужно собрать всех персонажей. Монка, лучницу, еще кого-нибудь, не знаю, кого там собирали. Коробочницу. Коробочницу, да. Всех собрать. Это уже нелегко. Погоди, а в первом Диабле был Монг? Скорее всего. Я как-то даже Скорее всего. в замешательстве. Серега, ты, как обычно, самую суть ухватил. Я бью в цель всегда, Банч. Да. Так, сейчас я А, нажму. кстати, Банки. ты не посмотрел ремейк Saints Row 3 по ссылке? Ты просто название прочитал, подумал, все, это не ко мне. Нет, даже, да, я просто прочитал. Все правильно, я прочитал Даже название название не и читал. подумал, что спасибо, я, пожалуй, пас. О, Дискорд, привет. Так, окей. Ща, ребят. На графоне там достаточно неплохо, кстати, подтянули, но они ничего не меняли там помимо него, поэтому как А, надо же еще игру сразу закинуть, наверное. Ща. Так, раз, раз, раз. Damn. Так. Так, ладно, ну в Телеграм ему писать было прохладной идеей, наверное. Времени суток доброго. Макса Пэда на этой неделе будем доканчивать. А что ж его доканчивать? Игра-то пройдена. Что ж ты не уймешься никак? Что мне сделать? Титры пройти? Но там третий еще есть, может быть, он имеет в виду, что А, третий еще пройти. не-не-не-не-не-не-не. Это точно нет. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Ну, третий Так, теперь мне хардкорнее нужно остальных, добавить мне игру. кажется. Так, а почему не демонстрируется игра? А почему не демонстрируется игра? Ой, как весело. Так, сейчас. Я уже забыл просто весь продюксион, если честно. Напрочь. Здрасте. Черт. Что-то Диабло, мне кажется, отменяется, да? Да не, Что-то почему? Да да. успеем за Не, 15 минут. мне знаешь, просто почитайте историю в чате. В среду пишет GoodGame.ru. В среду в 16. BSP ставит плюс, Bonnivoor ставит плюс, Tay ставит плюс. Bonnivoor, 16. Ой, 26. Приветики, начинаем в 16. И сразу скриншот такой. Диабло, сегодня в 16:15. Здрасте. Да, Да, неплохо. Неплохо на начало. Здравствуйте. Да, поговорите пока о чем-нибудь, пожалуйста, у меня тут. Да, я тоже только А, Миша, Грома что такое пишу. Арктонс? Давай, об Ай, актуальном. пас. Что такое Арктонс и когда ты успел поправиться? У меня два вопроса. А Миша болел? Да, он так долго болел. Так что мне? Как? Миша, Почему? не Что болей, где делать? поправляйся. А Дискорд не хочет вам показывать игру, он ее просто не понимает. Ну, это знак. Итак, дамы и господа, на этом наша трансляция Хотите, я подходит к вам, концу. А хотите, я вам буду, Миша все хотите, я это вам буду время ОБС стримил компа, бро. демонстрировать? Все мои остроты упали как бы мимо денег. Может, я вам буду ОБС демонстрировать? Тоже нормальная тема. А, Интересно. нет, мне как бы ты что, приход начнется. Давай Я лучше. просто, я не понимаю, он его просто не видит. В смысле не видит, а ты захватываешь как игровой источник ее, что ли? Подожди, надо же в окне ее поставить, точно. Наверное.
Сейчас проверим. Точно? Миша, наверное. Да, вебочку включить. А Миша там где-то ходит, мне кажется. Так как ему пришлось начать на несколько минут раньше, чем он планировал, то... А, Q еще. Q? А, да, вот у меня отображение полное, все. Давайте, давайте поиграем в игру, у кого какой предмет бытовой техники виден на заднем плане. Сейчас, это очень интересная игра. Эй, ты что-то отстаешь как-то. У меня шкаф. Шкаф-то... Ну, если он сушильный, то да. А так... Он просто столько всего интересного внутри себя там. Да будет Феникс рать. Понятно. Сказал электрик. Блин. Неожиданно, а да, Миша? Кстати, ты надеялся, Яблик, да? У есть кооп на 4 человека. Я ни на что не намекаю. Мультиплеер завезли. Миша, тут делов-то... В первый Диабло в 21 году, это да. Ты выглядит уставший. Серьезно. Что случилось, мать? Перемать. А, температура. Болею. О. И кого не ждешь? Ждешь всю жизнь. Нет. Все в порядке. Чтобы уж все слова песни собрать. Так, Бонич, все, заработал у тебя там, настроил? Сейчас требует, нет? Почему вдруг светофор зеленый? Мне нужно в окне ее ставить, что ли? По-другому Дискорд не понимает? Ну, мы видим ее экран. Вы видите экран? Да. Мы видим экран. А так и должно быть то, что у тебя АБС поверх игры на стриме? Нет, у меня игру только что видел. Нет, на стриме. На стриме это не какая АБС, разница? Это фигня всегда. Это вообще кому-то. Это продакшн. Кому он нужен? Продакшн этот. Сейчас, это мы... Это Родит мы сейчас как-то... Как-то решим, я не помню. Как я это все делал-то? Почему мы так редко стримим? А вы игру видите, да? А сейчас я стрим на паузе, Бонич, поэтому... Ну, нет, я вы в Дискорде игру видите, да? Вы стоите на паузе. Сообщение БСП давайте прочитаем. Сегодня, 15:42. Давайте пораньше потестим, чтобы не было опять ожидания. У нас все отлажено. Все, готово. Готово. Все настроено. Все настроено, ребят. Нас Бонич, четверо. Игры в ВБС нет. Да ладно! Я ж вам про это и говорил. Почему вы в этом в Дискорде, да? Не услышал. Забей, Миша, я в холостую работаю уже сколько. Ты пока ходил, я там про тебя шутил, да? Нифига себе. Ну ладно. Давайте еще, ребят, развлекайте зрителей, чего вы халявите? Рассказывайте cool story какие-нибудь, спрашивайте, у кого как дела, не знаю. А, Миша, ты... Ты в Твиттер вкинулся? Я просто на стриме понял. Нет? Твиттер в тебя вкинулся? Я в Твиттере, меня нет. О, все работает. Игра работает? Или вы про что? Работает. Все работает. О, все, ничего не трогаем. Ничего не трогаем. Продакшн на уровне. Начинаем в 16:10. Всего 10 минут настраивались. Так, я зачем? Фигня. Давай, давай. А через 5 минут Диабло. Ну, как бы все успели, в принципе. Ладно, все. Мы пока продолжить нажмем в любом случае. Так, что а там ты помнишь, у нас... какой сейв загружать? Нет, конечно. А тут хотя бы время указано. Спасибо! 15, 16. Ниже там ничего нет? Нет. Окей. А если сам вниз пролистать, там точно внизу ничего? А, подождите, заседание. Мы на заседании, по-моему... Обстановились. Вот 16:54 самое. А почему мы остановились на заседании? Сережа, я уже не знаю, как так получилось, но да ты виноват во всем. Не могли бы стоять не заседать. По-моему, Миша куда-то уходил, если честно. Миша, никаких надежд я тебе не оставлю. Сейф есть, продолжаем. А, все же помнят, чем мы остановились. Не-не, да? мы же делали уже посыльного как свидетеля, вызывали. Понял, ты не то помню. 20 число грузишь, там 27 есть. Да ну да вы серьезно. Какой ты нубас, ты не подготовлен, не подготовлен, Бонич. Теперь он не знает, Бонич открыть. Как тебя закрыть-то? Как твоя третья жена, расскажи лучше. Уже жена? Начнем с того, что у меня нет третьей жены, да. Но спасибо за... Если бы я был султан. За то, что забегаете вперед. Четвертое, 27-е, четвертое, 27-е. Периодически забегаем, да. 27-е. Да. Вот. Молодец. Бритенький.
такой, щечки у Бонича тоже такие. О, вот как этот господин, судя по всему. А, кто его озвучил? Я. Вы хотя бы помните вообще, что происходит? Нет. Я помню. Ну ладно. Давайте. А, мы только что вот в данный момент времени пришли к Гроссбергу, у которого будем допытываться, почему он продал свою картину или не продал, в этом сейчас выясним. А, товарищу с гигантским самомнением и блюкорповским глобусом, который на самом деле зеленый. Вот. Скажи честно, ты пересматриваешь вот записи? Этот нет, эти записи я не пересматриваю. Ой, не верю. Ой, почему-то я тебе не верю. Феникс, пожалуйста, ваш выход. Не бывает маленьких ролей. А, это Феникс? Да. А чё, мне какая разница, за кого читать, один и тот же голос. По-моему, та картина как раз отлично это доказывает. Да, Мишу разбуди в любое время и спроси, каким голосом он озвучивал персонажа любых новелл, которые мы читали. Да, да, я готов. Что ж, будь по-вашему, быть может, это тот шанс, которого я так давно ждал. Возможно, настало время сбросить с души этот камень, чтобы наконец обрести покой. В конце концов, вы были учеником Мии. Неужели это была судьба? Действительно. О чем это он? Хотелось бы тоже узнать, но ладно. Сейчас будет сенсационное признание. Не может быть. Ред Уайт — это человек, который наживается за счет шантажа и угроз. Да как же вы так левитали, такого чистого, искреннего, порядочного джентльмена. Его компания Blue Corp известна тем, что собирает информацию о слабостях других людей. И я плачу ему вот уже 15 лет. Знаем мы, какая у тебя слабость, старый ты. 15 лет. Педофил. И как вы могли догадаться, всему виной дело DL6. DLC, это было написано на обратной стороне фотографии. Такие беспалево просто оставляют. Так. Именно из-за этого я и не мог взяться за дело Майи. Он что, DL6 не закончил просто? Если бы я согласился, Уайт бы меня уничтожил. Так вот, как они связаны. Кто бы мог подумать? Это твист. Мне очень тяжело вам это говорить, мальчик мой. Мальчик мой, но арестовать Реда Уайта будет практически невозможно. Только было возможно. Попытка, но Бонич пока еще в предыдущий голос не попал. Давай. Какой? А, я еще не нашелся в себя, да? Еще не нашел. Давай. Но было ближе. Ты пересматриваешь прошлые записи, как ты помнишь, как говорил Бонич. Ей БСП закидывает, видимо. Периодически. Ну, да. Клипчики лучше. Не, невозможно, почему ты спросил? Невозможно, почему? Почему? Да потому. А у него на всех есть компромат. Почти. Нет. Он всех держит железной хваткой. Помягче. Железной хваткой. Под его контролем адвокаты, прокуроры, судьи и полицейские, а также многие политики. Ключевая фраза у тебя была «мальчик мой», ты вот этой фразой. Мальчик мой. Мальчик мой. Мальчик мой. Мальчик мой. О. Господи. Попробуй сейчас через мальчика зайти. Через мальчика я не хочу заходить. Мне уже 37 лет, мне уже поздно. Я уже не меняю своих привычек. Они связаны по рукам и ногам, и, увы, ничего не могут с этим поделать. Не говоря уже про них. Вторую половину жизни можешь попробовать. Я боюсь, что наоборот, надо было пробовать первую половину жизни, чтобы во второй было кому стакан воды подать. Потому что мальчик мой стакан воды явно не подаст. Потому что от мальчика моего не родится еще один мальчик мой, понимаешь? Не смотрите на меня так. Перед вами человек, который жил с этим грузом много тяжких лет. Вот, все, нашел. Фу, господи. Да он просто ты, он за шкаф закатился голос. Просто ты. Простоты. Да. У меня простоты, доктор. Это наоборот. Это звучит как лекарство. Простоты. Простоты. Смотри, сейчас уже чатики патентные эти агентства активизируются. Импотентное агентство. Просто не болей. Простоты.
Так, что, дело DL6 спрашиваем, да, конечно. Доктор, у меня простатей. Что о, батенька. Что такое дело DL6? Что такое? Это у них Си загнулась просто. Дел 6, мальчик мой, всего лишь код, который этому делу присвоен в полиции. Его события произошли, как нетрудно догадаться, 15 лет назад. И, судя по названию дела, случились 6 раз. Нет, шестое дело вообще за всю историю. Где-то в долине любви, скорее всего. Тогда ко мне за помощью обратилась медиум. Медиум? Ну, средненькая такая. Ее звали Мисти Фэй. Ту-ту-ту. Фэй. Ты глухой, что ли, молодой человек? Прочисти уж. Все верно. Это была мать Ми и Май. Ми и Май. Ми и Май. Мать. Она помогала полиции раскрыть одно убийство. Судя по всему, очень компетентно. И у нее, мягко говоря, не вышло, потому что она сказала, что убийца я. В результате полицейские сочли ее мошенницей. Только тогда. Именно об этом мне недавно рассказывала Майя. Или Мия. Или Мэй. Или мама. Я сделал для нее все, что мог. И в конце концов спас ее доброе имя. А ее нет. Однако то убийство до сих пор остается нераскрытым. А чатик умер, да, у нас? Вот что кроется под названием «Дело DL6». Понятно. Чатик, вы живы, нет? Да нормально все, просто игра такая. У меня не скрывается. И Дэй спит. Сейчас придут. А чё ты? Причина шантажа. А чё ты? А что? Это уже дополнение к лекарству. Это побочные эффекты. Миша, спрашивай, почему нас шантажировали? Не хочешь мистер узнать? Гросберг, ну почему? Почему из-за этого всего Red White стал вас шантажировать? А в то время, дорогуша моя, дело 6 держалось в строжайшем секрете. И это можно было понять. Полицейские не хотели, чтобы люди узнали об участии в расследовании медиум. Это уж потом ТНТ запатентовало битву экстрасенсов, вот это все. Они просто не могли позволить ему узнать. И все же один человек об этом узнал. Это был я. Потому что я свинья. Это трепло, не могу держать язык за зубами. Рассказали Уайту. Он предложил мне рассказать, я рассказал. В общем-то, не могу сопротивляться хорошим предложениям. А вот теперь мне об этом стыдно даже вспоминать. Ты, тебе есть что-нибудь, о чем тебе стыдно даже вспоминать? Что было 15 лет назад? Не хочу вспоминать, не стыдно. Тебе предложили? Так же начиналось все, как в этой игре? Ну да, я была молода, мне нужны были деньги. Из-за того, что я проболтался, полицейских подняли на смех. Втайне ото всех они начали искать того, кто их сдал. А разумеется, об этом узнал Уайт и снова пришел ко мне. Только на этот раз предлагал огромную сумму уже я. Теперь понятно. А теперь пошел вон отсюда. Уайт крутит законами нашей страны, как ему вздумается. Но если вы все же желаете бросить ему вызов, осмотрите еще раз офис Ми. Немножко, немножко каданса нужно, мне кажется, сюда. Да. Вот офф-топик, друзья. Вот эту новеллу визуальную от кадансовских шедевров отличается. Слишком адекватным сюжетом. Да. Там мы над каждой фразой могли просто за... Потому что Михаил, он безумен в своем величии. У него там фотошопленные штуки, головы, руки, ноги. А тут все так, как-то... Миша стихи начал писать уже. Новелла, кстати, вышла же. Вышла же? Да. Вышла уже 20... Орфографические, пунктуационные, грамматические, смысловые ошибки. Бегом в магазин. Не, мне пятерочку. Я знаю.
Ну, ставь ее скорее. Пока не поздно. Прям сейчас хочешь? Конечно. Сделать, что ничего не было? Вот, и самое главное, чтобы в следующий раз за продакшн отвечал БСП. Больше ничего лишнего. Нормально все с продакшеном, Миша. 10 минут всего лишь. У тебя вообще сейчас... Как ты вообще видишь, что происходит? Ты же в Диабле уже. Она в течение многих лет следила за каждым его шагом. Даже у в него... течение без ошибок написано, понимаете? Но это говорит о нормальной локализации. А у нас человек, это... который по-русски говорит, он аж пишет с ошибками. Да, продолжай. Отмотать в течение, я запомню. Нет, я даже отмотать назад не могу ту фразу, которую с только что скипнул. С Е на конце, с Е. Если речь не о реке, течение Е реки, то надо писать Е. Это очень распространенная ошибка. Короче говоря, да, нет. И разделено. Предлагаю дропнуть. Нет, давайте, давайте, идем дальше. Вторую главу надо. Главу надо закончить. Нам нужно идти в игру. Конечно, конечно. Идем. Я предлагаю идти, да. Идем, да, куда идем? В офис партнера. Странно, сейчас эта комната кажется такой обычной. Как и этот сюжет. Никаких дыр, никаких несостыковок. Никаких странных персонажей и нелепых фраз. Только картина. Трудно представить, что здесь произошло убийство. О, когда? А, это было давно. Министр Гроссберг сказал, что тут могли быть улики. Могут быть и могли быть. И будут. Может, стоит все еще раз осмотреть? Погнали, спидран. Изучить уйти, уходим. Миша, я изучил твое предложение уйти. Я считаю, что мы же все осмотрели. Не-не-не, он сказал, что могут появиться улики. Здесь документы по всем делам, над которыми работала Мия. Улик? Они расставлены по алфавиту. Так, с чего начинается алфавит? С чего начинается родина? Какую папку мне посмотреть? Ай, кстя. На Т будет Тей. Ай, кстя. На Ай будет Тей. Это, мне кажется, пропущенные буквы. Это, дело 6. А тут, погоди, а почему они русские? То есть дел... Тыкс, он не такой же был бы, если бы. Я предлагаю смотреть центральную. Давай тогда Блюпорт посмотрим. Так, посмотрим. О. Папка от К до С. С. От К до С. Ничего интересного. Можно пробежаться взглядом по документам. Ну ничего ж не интересно. Пролистать, ну ничего. Не, нам нужно найти дело Мии, да, мамы? Да, да, я-то и думал, что... Мама. Ну... Так и быть, пролистаю их, ладно. Сейчас прикиньте 8 гигабайт. Так и быть, пролистаю. Не кончится. Сейчас прикиньте 8 гигабайт документов. Тайм-аут объявят. Больше документов разделено на букву С. Самоубийство. Фу. Мия сделала подборку сообщений о самоубийствах. Разные политики, полицейские. Политики, полицейские и... И педагоги. На многих из них присутствуют пометки карандашом. Неожиданно. Уайт. Это почерк Мии. Стоп! Я понял. Мия считала, что она связана со всеми... Что он связан со всеми этими самоубийствами. Погоди. А что там Уайт делал вообще? Ну шантажировал людей, доводил их до суицида. Все легко, понятно, просто. Ну, БСП, картины ну... Картины отжимал. Ну, Серег, ты... Уайт вел, да, ну ты прям пишешь на экране. Ну смотри, ну понятно же все. На крайняк стримчик пересмотри. Это же вообще идеально. Так Уайт после буквы С идет. У. Он а это самоубийство смотрит вообще. Это карандашом написано было слово Уайт. Алло, внимательнее, соберись. Ну, Сережа, Сережа. Ну, ты сейчас. Я вот не ожидал, что Сережа у нас окажется самым невнимательным. Обычно было. Тогда я открою стрим. Эти газетные вырезки могут пригодиться. Вырезки. Нужно найти самые шокирующие статьи. Мне бы говяжья вырезка сейчас пригодилась на стриме. Есть газетная вырезка. Статья об одном политике, покончив с собой, сверху ручки написано Уайт. А, это доказательство, типа, приносили. Вот газета, и там Уайт написано. А, ребят, у меня плохая новость. А мы не можем посмотреть ничего другого. Ха! Не-не-не, еще разок, нажми, попробуй еще разок. Подожди. Не, все, ГГ. Может, еще раз проверить документы? А? Что за бред-то вообще? Да нет, фигня какая. Что же мне посмотреть? Ай-яй-яй-яй-яй, посмотрим, есть ли в этой папке что-нибудь интересное. Например, дело DL6. Стоп! Все документы на букву D исчезли. Ту-ту-ту. А ведь документы тоже на D! Все документы исчезли. Готов поспорить. Кто-то их позаимствовал. Давайте еще туалет раз. Туалет хотелось очень. Ну, это просто мои документы. Проверь документы. Какую посмотреть? Тя. Не вижу смысла. Часть документов пропала. Тя.
Причем самое важное, эх, я остаюсь. О. Не, ну это, конечно, руина. Ничего примечательного. Стол Ми идеально чист, как и всегда. Да ты достал уже. Все, уходим. А там, кстати, 4 ряда книг видно по картинке. Та-да-да-дам. Ребята, а мы уже можем... Ну, видимо, нам вырезка была нужна. И... Ремонт делать, да. А куда теперь? Так, наверное, уже это... В Губикорп? Может, спросим? Не, можем вернуться к Росбергу и сказать, это то, что ты нам говорил? Или... Да. Показать. Зацени, что у меня есть. Вот, что мне удалось найти в документах МИ. Значит, как я и предполагал, она и вправду собирала информацию о Рэди Уайте. Что ж, если желаете бросить ему вызов, можете предъявить это в суде как улику. Отличная улика. Да, потрясающе. Но на заборе что? Тоже написано. Домыслы. Что за неплохая идея? Ну, неплохая. Для него все идеи неплохие, в принципе. И устроиться адвокатом тоже неплохая идея. Чем еще показать? А вообще, это он, да? Простите, сэр, я тут у вас одолжил кое-что. А, так это были вы, мой мальчик. А что это за человек? Что это за первый человек? Раз его вижу, да. 15 лет подряд ношу кому-то картины и ни разу не видел кому. А это долгая история. Верните, пожалуйста, фотографию. Это мой любовник. Почему-то он не хочет об этом говорить. А, с этого и начиналось. Понятно. А, да. Фотография возвращена. А зачем мы вернули фотографию? Ну, показать, что он все равно врет. И не знает, что это чувак. Все? Да, все, заканчивай. Все понятно. Короче, можем еще, конечно, изучить. Идем. Поговорить. Нет, нет. А нет, давайте уже, видимо, в следственный изолятор. Посмотрим, пора, да, кто Серега? Там сидит. Давно там не были, да. Все те же сидят, Серый. Похоже, мисс Мэй сейчас допрашивают. Сомневаюсь, что мне сегодня позволят поговорить с ней еще раз. Так, ну тогда либо отель, либо снова в Blue Corp. Нет, в отель сначала сходим. А в отеле посмотрим. Нам нечего делать. Видимо, посыльный... А дверь не закрыл, ну, как бы... О, опа! Из ванной комнаты доносится шум воды. Это посыльный моется. Ля-ля-ля, делаю деньги, погоди, остальное погоди, все погоди, дребедень. А кто посыльного озвучил? А я почему... Был. А, подожди, это посыльный, сори, давай. Давай, из этой песни, да, помнишь? Да, давай дальше. Спета. Кажется, кому-то крайне нравится мыть кафель. Обожаю мыть кафель. После штукатурки особенно и шпаклевки. Смотрите. Из ящика комода все еще торчит отвертка. Лучше ее не трогать. А то кто знает, что потом учудит этот посыльный. Как выскочит из ванной, как воткнет тебя эту сраную отвертку. Да хорошо, если отвертка. О-о-о. На столе стоят 2 бокала и бутылка шампанского. Лучше их не трогать, а то кто знает, что потом... Да, то выглядит. Бля, ты посыльный, чудит и чудит. Угадай. Хорошая сегодня погодка. Отсюда отлично видно офис фирмы МФА и партнеры. А тут посыльный ничего не учудит. Ну, с погодкой тогда ему ничего не сделать. Все? А то как выглядит из ванны. Да. Здесь стоит ваза с цветами. Я не особо хорошо разбираюсь в их названиях. Знаю только тюльпаны да подсолнухи. Не угадал ни одного цветка. На кровать наведи. Не надо, а то вдруг... Странно, что тюльпан он знает, а розы нет. Это как-то очень странно. Все, тогда гоу к Blue Corp. Сейчас мы ему в морду ткнем газетной вырезкой и скажем, что мы его раскрыли. Ну надо же, вот так настойчивость. Он нас избил, кстати, в прошлый раз еще. Да, кстати, по щам натрескал. Да? Ой, я что-то забыл. Простите, конечно, но мне нужно у вас кое о чем спросить. Щеку приготовь сразу, Миш. Ну, Сережа. А сосед уже приготовил вам. Мистер адвокат. Я теперь терпеть не могу. А вот знаете, завтра. Раньше я терпел, а теперь терпеть не могу, когда мне приходится повторять. Кстати. Опять по щам.
Но, похоже, смысл моих слов так и не пробился в вашу черепушку. Позвольте же мне ее вам пробить. Хватит меня беспокоить. Вам из Алиэкспресс двоечку доставили. Сейчас передам. Если вы и дальше будете испытывать мое терпение, то я, символ нашей компании, запихаю вам. Боюсь, с вами может произойти серьезная неприятность. Я понятно извиняюсь? Нет, хотелось бы уточнить. Какая именно? Я ничего не понял. Поговорим. Давайте изучим этого урода. Нам на самом деле картину надо изучить. Мы же... Еще вчера эта картина, так почему же теперь? В голову приходит причина. Да, он же тебе рассказал уже, идиот. Да, короче, мы странно, похоже, мы у нас просто изучаем. Скипнулись. Впечатляющая коллекция наград. Да? Скипнулись, похоже, все... Судейская награда, почетная судейская. Сотрудничек, взгляд судейский. Не получишь. Не, ну вот это мы точно изучили. Мужчины. Блюкорп. Конечно же. Кажется, не успел. Стало? Ну и ну. Ножки. Ну и ну. А мы время сами мотаем или после того, как мы типа все этим... Нет, ну что-то я понял. Надо что-то доделать. Показать ему. О, нет! А, думаю, поговорить о мисс Мэй нам уже нет смысла. Надо как можно скорее прищучить. Что-то не так? Вы, кажется, чем-то встревожены. Конечно, вы обещали со мной разделаться. Просто так, ты? А ночью убийство тоже нет смысла говорить. Он просто профессионально умеет пускать пыль в глаза. Надо как можно скорее его прищучить. Давайте поговорим о щуках. Не смотрите так на меня. У вас такой жгучий взгляд, что мурашки по спине бегают. Не, у нас точно... я терпеть не могу, когда у меня по спине кто-то бегает. Слушай, это не тайская массажистка. Я предлагаю уходить, потому что, кажется, его агрессия сменилась на агрессия сменилась на возбуждение. Газету показать, алло. ОБС показать, микрофон тут работает. Погоди, проверим. Да, если критично, есть подозрение, что микрофон с вебки. Да-да-да, у ОБС с самого начала микрофон не тот работает. Это точно. Ну давайте покажем ему газету. Мия оставила мне только одну зацепку. Так что надо, чтобы она не пропала даром. Нет, Микроайз. нет. Узгляните. Кажется, она сейчас пропала даром. В этой статье написано про самоубийство одного политика. БСП, ну что там как? Он втайне присваивал себе правительственные деньги. Пока однажды об этом не стало известно прессе. И на следующий же день он покончил с собой. Ну давай, там мистер Уайт. Все, по-моему. Сережа переключил микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Не слышно. Зачем вы это нам рассказываете? Давай под фонограмму, там, БСП Рот открывает на стриме. Вот кто вас в чатике за язык дергал про микрофон говорить? Вот теперь раз... Блин, такой, это мистер президент. Сейчас микрофон не может настроить, блин. Лучший враг хорошего. Вам не нравился микрофон, теперь сидите вообще без микрофона. За как он, ребята, за как он. Вот он, усатый, бородатый. Смотрите, вот он, как выглядит. Ну, я надеюсь, теперь микрофон нравится вам. Все, он обиделся, ушел. Ну и зачем вы мне теперь все это показываете? Если некому озвучивать. Сережа, верни старый микрофон с вебки. Все нормально было. Сережа, верни. Говорит, Уайт вот так вот делает на твои слова. Нет. Нет. Уайт тоже с чатиком заодно. Может быть, это сама вселенная нам намекает, что нужно запускать новеллу Каданцева? И Диаблу. И у БСП сразу микрофон прорежется. Там такой монг. Да все равно умрет, Миш. Через 4 часа он будет. Да, кстати, слышно, нормально. Уже работает. Да-да-да. Продолжаем. Давай, только включи. А это только я, Сережа, не слышу? Нет, я слышу. Только ты не подыгрываешь. Блин.
Он бы сейчас озвучил несколько фраз, там чатик старался, бы сообразил. Да. Как говорил Челентано в одном фильме, а Челентано говорил в нескольких фильмах. Не слышно. Раз, два, три, пять. Вот тебе даже персонаж набегает, не слышно. Давайте озвучать БСП. Подожди, еще разок давай БСП. Скажи что-нибудь. Короче, по фикшн микрофон. По фикшн микрофон. Всем спасибо, проверяйте. Раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, зерги, протос, не прилетает. Я... Я даже боюсь игру сворачивать, чтобы у меня ничего не навернулось. Три. Поэтому замру, пожалуй, так. Раз, два, три. ПСП, у тебя очень сильный звук из этого, от соседей идет опять. Да, вот соседи твои слышно, да. Серые. Слышно, а слышно. Соседи тебя слышно, а микрофон нет. Мистер Президент, ну хорош, ну реально, ну микрофон, ты чё, ну как так-то, ну? Как можно микрофон? Да что ты не понимаешь? Не найти. Со мной давай дуэль. А вот если в ВПС, там сама кнопочка с микрофоном, нажать и вот выбрать что-нибудь другое. В смысле? Можно у ВПС, попробовать нет, перезайти в Дискорд. Можно перезайти в Дискорде. Можно в Дискорд перезайти. Там. Перезайти. Ну такой нубас. Короче, ребят. Что я предлагаю? Каданцева. Мы пытались. Сменить лидера. Я предлагаю на должность президента по какону БСП. Ему сейчас будет стыдно за тот звук. Серьезно? Здравствуйте, БСП, что вы скажете на это? Президент по какону сейчас оправдывает свои высокие статусы. Блин, знаете, вот пару лет назад я бы предложила такую штуку. Типа, БСП, если хочешь взять меня в жены, просто молчи, ничего не говори. Ну теперь поздно. Ну а теперь уже не канает. О, что-то пробивается, очень тихо. Алло. Да. Короче, да! Знаешь, усиление давай. Ты не поверишь. Так. Низкий уровень звука. После обновления Discord, короче, у него поменялись каналы, которые он видит. То есть теперь он очень правый интересно. Ход Скарлетта не видит, а левый видит. А-а-а. Ну левый-то основной вообще-то, надо было с него всегда начинать. Ну, все время у меня вправо он был, и все нормально. Так всегда должен быть слева он, это основной вход, это первый вход. Серый, ну что-то звук не очень, попробуй поменять что-нибудь. Не учи ученого, давайте. Серый, попробуй поменять микрофон. Погнали. Очень плохо слышно. Раньше было лучше. Да, на вебке что-то было лучше по качеству. Размыто. То ли ты лучше старался, то ли микрофон не очень. Была не веб. Итак, и зачем вы это мне все расскажете? Чайник? Я нашел эту статью в офисе МИ. Пес. Так. Так, а можно чуть погромче себе сделать? МИ, мисс. Погромче меня-то? Я паковачку опять иду же. Не надо, ну сделай, Бонич, сам его погромче в Дискорде. У нее была целая папка с подобными вырезками, понял? И там везде три. На каждой было написано всего лишь одно слово. White. Может, она просто имела в виду, что документы белого цвета. О. Мистер Уайт, я знаю, как вы связаны с тем политиком. Вы его шантажировали. Вы его шантажировали. Вот это шантажист. Да. Вы его шантажировали. Шантажировал? Бонич, а ты шантажировал. Его перезахватил там? Бонича все равно там он хорошо сидит. БСП не видно. Да ё-моё! Все видно. Че вы? Все четко. Кого сверлят-то? Я не могу понять. Сережа, у меня сосед уже полгода делает ремонт. Человек хочет, видимо, там из своей квартиры бункер сделать на случай нашествия инопланетян. Я не знаю. Все у него хорошо. Если сосед перестанет сверлить, я начну волноваться. А так я уже привык. Фантажировал? И не только его. Вы запугивали сотни других людей, тысячи, миллионы. Десятки миллионов. Привет, спроси Сантьяго, это, я так понимаю, вам, Александра, чего она не стримит? Ты, чего ты не стримишь? Ты, как? Я точно она стримила знаю, недавно, но ты подгал, точно не стримит Among Us? Че еще она не стримит? Диаблу не стримит. Диаблу не стримит, StarCraft 2 не стримит. Доту. Дотку. Так что можешь в это спокойно. А все остальное стримит. Все остальное стримит. Прямо сейчас, без СМС и регистрации. Вы причастны ко всем самоубийствам, которые расследовала Мия.
ваша компания построена. Поставить таз с водой, чтобы в трендах быть, и просто ноги туда опустить. Его даже, может быть, не видно, кстати. Я? Продолжи. Да, ты будешь. Ты можешь два тазика поставить. А ты думаешь, в чем сейчас мои ноги? На шантаже. Ну, одна на столе. У меня три тазика с водой, Серега. Для двух ног и один самый интересный. А, так вот откуда три жены. Теперь все понятно. Что тазики по одной жене, да. В каждом тазике по одной жене. Не-не, извините, это больше по питерским историям, похоже. Это у вас там в Санкт-Петербурге любят. Я, кстати, вот недавно из Санкт-Петербурга вернулась, да. И без тазика? Целиком. Целиком. Это уже большое достижение, Саш. Путешествие удалось. Кто-то часть себя оставляет в Петербурге иногда. Иногда самую важную часть себя, да. Сердце, например. Короче, ваша компания построена на шантаже. Я не прав. И ты не прав, Миш. Я не прав. Потому что текст там другой. Класс. Ой, профессионально подходим мы сегодня к стриму, как вы могли заметить. Лучше. Не так ли? А кто еще не косячил? Ты, Саш, надо срочно что-нибудь накосячить. Давай. Нет, я идеально. Там. Нет, прости меня, я идеально. Ну ничего, ребят. После этого вырывается собака и разбивает шкаф. Разбивает шкаф котом. До чего нелепое обвинение. Мистер Врайт. Ой, я только сейчас... Врайт. Вы сейчас будете его очень вронг. Мистер Врайт и мистер Вайт. Мистер Врайт больше похоже на название какого-нибудь чистящего средства. Средство для записи сидерок. Чем вам сейчас положено заниматься? Копать под меня? Ну да, я лопату взял. Нет, нет, нет. Вовсе нет. Не взял? Вам положено искать убийцу мисс Ми. Я не знаю, почему этим занимается адвокат, но... Бак твою, пошел отсюда. Я на две ставки работаю просто. Кто будет интерферона? Ой. Секретарю телефона. Интерферон с нами говорит? Класс. Интерферон, да. Это... Мы сильно уже болеем, видимо. Класс. Я еще никогда с таблетками не разговаривал. Ну, давайте попробуем. Мистер Врайт уже уходит, а я, кажется, нет. У меня уже ушел кто-то. Поняла, сэр, сейчас же кого-нибудь к вам пришлю. Лучше врача. Постойте, мистер Уайт, постойте! Врача, вы правы. Постойте, вы правы. Ладно, вы правы. Вы никого не шантажировали. Давайте ему мозги запудрим, правда. Да, хорошо, уходи. Да, вы правы. Нет, на самом деле, может быть, первые как раз... Вы совершенно правы. И сам себя в челюсть еще, давай. Я действительно должен искать убийцу. И знаете что? Я в этом преуспел. Я его уже нашел. Вот он, этот рыжий одноглазый. Вот он что-то в отрицалово идет, смотрите, башкой мотает все время. Он стоит прямо передо мной. А я стою у зеркала. Чему это вы клоните? Не такой сообразительный, давай. Да, как он вообще может кого-то шантажировать? Мия следила за вами, за каждым вашим шагом. Именно по этой причине вы заставили April May прослушивать ее телефон. А затем, когда Мию убили, все связанные с вами документы таинственным образом исчезли. А значит, кто ее убил? Гроссберг. Несчастный случай. Да даже ребенок догадался бы, мистер Уайт, это были вы. Пианино так, упало. Миш, я советую надеть шлем какой-нибудь, потому что сейчас, чувствую, снова по щам будем отхватывать. Бип. Интерферон там бибикает у нас. Секретарь телефона. Нас раскрыли? Хорошо, сейчас... Валера, иди расстреляй его в коридоре. Пошел вон отсюда. Сопровождение для мистера Врайта больше не требуется. Ой, потому что нет больше вашего. Да, сейчас он выйдет через окно. Вместо этого прошу соединить меня с главным прокурором. Ого! Ребята, вот мы и докукарекались. Я буду бить прокурора тебе за каждый проступок мистера Врайта. Разумеется, сэр, секундочку.
А, это же я прокурор, да? Прокурор. Нет, это все еще Интерферон. Интерферон прикидывается прокурором. Это сложная роль, но я, пожалуй, попытаюсь. Уайт, это вы? Вы хоть знаете, который час? Вроде солнце на дворе. Алло, это телевидение? Я хочу поведать миру, господин главный прокурор. Я передумал. Завтра я дам показания. Вы о чем? Убийство Мифы. Понимаете, я видел, как ее убили. Ну, потому что я обычно вижу, как я что-то делаю. Я видел своими глазами. Да. Убивал своими руками, видел своими глазами. И, будучи очень ценным свидетелем, я хотел бы дать показания. Что? Что? Ценным свидетелем? Миша, что ты ржешь? Мы, кажется, в разные игры играем. Ты играешь вообще в другую игру, кажется. Вы же говорили... Все, собрались. Вы же говорили, что не хотите давать себе показания. Какое-то. Сережа, справься, пожалуйста, там 4 строчки. Тишинуточку. Я же сказал, что передумал. Вы что, не слышали? О, и еще кое-что. Но и это еще не все. Срочно вызовите сюда полицию. Меня убивают фурой. Он стоит прямо передо мной. Похоже, ошеломлен, но все еще опасен. Сейчас я его оглушу. Что? Ну что за бред вообще? Ну как? И что? Кто? Кто стоит? Действительно, что? Кто стоит? Ты как жена 90-летнего пенсионера. Кто стоит? Не можешь понять, что тут вообще может стоять? Вы меня вообще слушаете? Злодей, головорез, душегуб, ублюдок, мать твою, убийца. А вот убийца... Паскуда, негодяй. Угу. Что? Что происходит? Мистер Уайт, надеюсь, это не ваша очередная... Ну, вы поняли. Опять интерфероном обкидались. Господин главный прокурор, сейчас вы перестаньте быть главным, еще такой косяк. Знаете, в вашем положении я бы не стал столь фамильярно делиться своим мнением. Вызовите сюда полицию. Сейчас же. Я она бы мог и сам, но мне лень. Она приедет сразу же после скорой помощи. Бип. И пожарных еще вызовите. Ты что, у тебя за рефлекс какой-то странный? Разве я вам не говорил, мистер Врайт? Вы всего лишь адвокат. Сейчас в рыло получите. Как и мисс Мья. Получаем уже. А мне опять не пили, указать на вас пальцем. А иногда кое-чем другим могу указывать. Как вас тут же посадят за убийство мисс Ми. Считайте, дело уже закрыто. Ни один достойный адвокат вас защищать не станет. Сами за себя вы постоять не сможете. Да ладно, мы наймем Тельмана Пашаева. Все будет хорошо, ребят. Я думаю, мы не все поняли отсылку. Ничего страшного. Это стрим для интеллигенции. Видите ли, у меня полно друзей в коллегии юристов. Поэтому... Давайте дружить. Будьте тоже в коллегии юристов. Вам назначат столь беспомощного адвоката, что даже вы на его фоне будете выглядеть гением. Слушай, кажется, я сам себя буду защищать, я чувствую. По описанию подходит. Наш младший брат будет защищать нас, мне кажется. Мне плохо. Опять. Да ёб студы. Детектив Гамшу на место прибыл, сэр. Сэр на место прибыл. Бац! Гарри Бац! О чем я? Понятия не имею. Вообще-то Райт, Феникс Райт. Райт, моего друга зовут Ларри. Ларри. О, точно! Извиняй, приятель, Бац же был убийцей, да? А потом перестал им быть. Детектив Гамшу. А вы неплохо приехали за 30 секунд. Узрите же человека, который убил мисс Мэйю Фэй. Нет. Мэйю Фэй. Фэй.
Мэй он тоже убил, на самом деле. Будучи младенцем. Это был несчастный случай, но привычка-то осталась. Он еще и Фаину Раневскую убил заодно. Арестуйте этого жалкого преступника. Не меня. Сразу даю вам понять. Прощайте, мистер Врайт. Я ухожу. Нормально проводили. Все? Теперь мы в следственном изоляторе. Сами будем допрашивать себя. Ну, Феникс. А, это я. Извините, отвлекся. Поверить не могу, что с момента первого слушания прошел всего лишь один день, а я уже столько всего... Мы дьявол на телефоне начал. Да-да-да, вышло, кстати. Процесс, ну там ты вообще скучает, потому что ей ничего не достается по ролям. Болеет еще, мне жалко. Бонич тоже скоро один лоб мы будем его видеть. Я сползаю под стол. Ребята, я под столом. Процесс начнется процесс завтра. Надо мной Уайт пытается поймать ловушку. И сторона обвинений, разуми, поможет. В том числе и Эджворд. Миша, ты пропадаешь. Вчера мы назначили государственного. Зачем мне назначили государственного адвоката, если я мог бы сам себя защищать? Но я отказался от его услуг. У меня была одна идея. Как все мои гениальные идеи. Ра! Ой, ра! Они пытали тебя? Что они сделали с тобой, Майя? Мистер Райт. Мистер Райт. Рок-н-ролл, Райт. О, Майя. О, Май. О, Май. Как здорово, что тебя выпустили из изолятора. Ты такая дикая, прям ух. Да, только что. И все благодаря вам. Что? Погодя, мы выиграли? А, мы же да. Ха! Боюсь, мы просто поменялись местами. Кстати, подвинься. Что? То есть вас? И меня, и тебя, да. И всех нас. Я рассказал Майе обо всем, что произошло. Ну, что я помнил вообще. Помнил я немного. Просто мне не верится. Сколько людей ему надо уничтожить? Мама. Точно, да мама у тебя еще та курва была. Мама! Разрушитель мамон был или... Да. Да. Сестренка. Мать у тебя еще тот достойный человек. Текста мне дай! А теперь еще и вы. Все это зашло слишком далеко. Что с твоим ртом? Она вот эти гантели к себе в рот положила. Мистер Райт, скажите, я могу чем-нибудь вам помочь? Да, защищайте меня в суде. Да, серьезно! Не, хотя... Помоги мне отсюда сбежать. О, быстро закончим стрим. Самый интересный вариант третий, там экшончик появится, наконец. Может, в шутер перейдем? Так, хопа, охранника сразу минуснем на старте. Причем этот шутер будет, как знаешь, старые эти... Вульфенштейн. Реально, не Вульфенштейн, а которые игровые автоматы, где там просто стандартные те сцены, ты мышкой типа вот так вот стреляешь, потом тебе камера перемещает в другую следующую сцену. House of the Dead, по-моему, назывался. Защити меня, поддержи меня. Помоги. Что мы хотим? Помоги меня. Поддержи. Поддержать? Ладно, давай. Поддержи меня. Давайте поддержим. Думаю, ты могла бы поболеть. За меня в суде. Ты уже болеет, так. Да а я вообще так-то. Да. Помпоны приносить, костюм черлидерши надевать. Поболеть? Дайте мне. Типа как на соревнованиях? Как надо. А, ну да. Что-то в таком духе. Хорошо! Вот так вот. Хорошо! Положись на меня! Хорошо. Я бы на тебя положился, но боюсь, что уже не доведется. Посадят точно тогда. Что? Я ж просто... Надо только срочно забежать в спортивный магазин за униформой и помпонами. Господи. Кричалки придумать, команду собрать, отрепетировать. Я раскусываю эту игру, как орех. Постой. Паровоз. Что? Стой. Я шучу, это была шутка. Веселая.
Может быть. Да, вот так умею. Не, правда, я пошутил как мог. Но все равно спасибо. Приятно знать, что ты на моей стороне. Хотя мы по разной стороне сидим. Извините, я... Жалко, как раз придумала, типа, мистер Райт, не унывай, мыло в душе, не роняй. Вот это вот все. А когда она заканчивается как-то, или уже как бы ты смирилась, и поэтому на этом все, что называется. Главное, мыло в душе не роняй, а там уже как бы как-нибудь выживешь. Ну да. Не садись вот, на стул, где пики. Ну и так далее. Мне кажется, даже у Каданса персонажи, которые типа шутили, выглядели забавнее, чем текущая ситуация. Да, я сам не знаю, как ты могла мне помочь, если честно. Ну, я не могу просто сидеть, сложа руки. Ну, сложи засунь ноги. Их себе куда-нибудь, не знаю. Сложи ноги. Хорошо. Я ему еще дам прикурить. Дашь, дашь. Ой, Майя, тебе курить-то рано. Ладно. Тогда просто приходи завтра на слушание. Будет выпивка, веселая музыка. Ну что, финалочка? Соберутся из коллеги. Финалочка на третий день пройдет. Да, да. О, хорошо, я приду. Отлично. Он у нас еще попляшет. Все попляшут там. Там будет весело. Танцы, танцы. Танцуют девчонки. Все, финалочка. Век начался новый. Но вот только с преступлениями. Все по-старому. Это вот он философствует. Просто меня метнуло куда-то туда. Начался новый век, но с преступлениями все было по-старому. Николай Патрушев, генеральный прокурор России. Хотя нет, стало даже хуже. Поэтому затяжных судебных процессов больше нет. Непонятно почему. Несколько лет назад был установлен трехдневный лимит на первичные слушания. Почти все они заканчиваются за один день. Ну, лимит-то трехдневный. Большинство вердиктом «we know in». Никогда бы не подумал, так высоко строить дом, да, что окажусь в этом деле на скамье подсудимых. На скамье подсудимых, а на черной скамье на кичеману вели адвокат молодой и ни разу не судимый. Сейчас, погоди. Сейчас гитарка пойдет. Давай. Завтра настоящий преступник будет выступать в роли свидетеля. Так, пошел. АМ. Не жди меня, мама. А не слышно. Слышно ничего. Не слышно ничего, у тебя там не слышно. Трэш-холд идет. Потому что, да, надо совсем близко ее подгонять. А микрофон можно пониже опустить? Нет, ты что, тут он прибит на гвозди. Так, ребята, у нас решающий момент. Попрошу... Решающий момент. Или он, или я, или... Или все. Или все, да. Продолжение следует. Продолжение следует. Да! Следует ли продолжение? Идет сохранение, выключайте ПК. Сохраните текущий прогресс. Да, вдруг черт дернет нас. А эта глава кончилась или нет? Давайте увидимся. Я бы перепрошел. Ребят, как насчет того, чтобы перепройти? Мы что-то заруинили. Кликни дальше, дальше, дальше. Хотя бы обложку посмотрим. А это не конец главы. 952, окружной суд. Вестибюль подсудимых номер один. Ну ёпрст, может проголосуем? Не-не-не, давай, ну давай. Ну что ж, вот и финишная прямая. Да. Финишная прямая, собрались. А почему сейчас. Ты озвучивает? Все правильно. Внимательнее, внимательнее. Что бы ни произошло, сегодня дело будет закрыто. Очень это мудрые правда. Слова. О, Феникс, смотри. Куда? О, Феникс, смотри, Феникс. Ой, Джворд. Это я? Нет, это я. Помнишь? Прокурор Эджвард. Вчера мне поступил звонок от главного прокурора. А! В курсе? А это не главный прокурор будет? Он сообщил, что каждое слово, произнесенное мистером Уайтом, будет абсолютной истиной. Нормальный такой прокурор. И как бы вы ни пытались придраться к его показаниям, если я выскажу протест, то не сомневаюсь, что судья послушает именно меня, потому что я в красном пиджаке. Постой. Неужели Уайт ты еще и судью подкупил? Да нет, тут просто этот просто дебил. Выходит, я в любом случае буду виновен. И точка. Типа того. Ради обвинительного приговора я готов на все, мистер Райт. На все. Переспишь со мной?
Раздевайся. Ну зачем? Зачем с ним? Переспи со мной. Зачем вы так учите невинного человека? Ну, что у тебя во рту все время, не пойму. В смысле, у персонажа. Да бусы ее, бус. Вот это. Погоди, я возьму себя за предплечье. За плечо, точнее. Невиновного? Невинного. А вдруг это не так? А вдруг это так? Виновные. The guilty will know agony. Почему-то вспомнил из Лола фразу. Виновные всегда будут лгать и лагать, чтобы никто не узнал об их преступлениях. А невиновные? Виновные всегда будут говорить правду. Это легко отличить. Логическая загадка. Невозможно сказать наверняка, кто виновен, а кто нет. Но я скажу. Единственное, что в моих силах, это приговорить каждого подсудимого. А там разберутся. Правосудие по-армянски какое-то. А там время покажет. Геббельс чертов. Таков мой принцип, и я не собираюсь от него отступаться. Отступаться. Отступаем. А вот и грамматические поехали. Эджвард. А ты изменился. Не в лучшую сторону. Молодел. Что? Изменился, он сказал. Феникс, вы знакомы? Ой, я ойщица подъехал. Ой-ой. Не думай, что ты заслуживаешь особого отношения, Феникс Райт. Но ты его заслуживаешь. Феникс? Райт, да. О, подожди. На голову подожди, что происходит? Ну, неловкая ситуация, пора идти, заседание уже скоро начнется. Она что-то подтупливает немножко, да? Да, у девочки что-то, какой-то гормональный сбой может быть, не знаю. Что, подожди? Куда, идти? Ты можешь ходить? Где мы? Что делать? Ты можешь идти? Кто я? Кто? Что? Твой адвокат даже еще не пришел, нельзя же. Он уже здесь. Даже без адвоката. И я буду защищать себя сам. И земли эти тоже. Что? Защищать? Адвокат должен защищать? Ну, поехали. Да поехали. Поехали. Уже. Оставьте эту полоумную, что? Пожалуйста, за дверьми. 9 сентября, 10 утра, окружной суд, зал суда, номер 1. Ну, поехали. Что опять мы тут делаем? Какого хрена? Заседание по делу мистера Феникса Райта объявляется открытым. Он был адвокатом. Стал подсудимым, пугающая тенденция, поэтому давайте быстрее, я на пенсию. Сторона обвинения готова, ваша честь. Сторона защиты готова, ваша честь. Так я же обвиняемый. Ну не важно. А я защищаю обвиняемого. Мистер Райт, вы уверены, что сможете? Возраст уже как бы не тот. Я буду защищать себя сам. Нападай. А если что, я сяду, а я выйду из зала суда. Просто и все. Как... адвокату. У меня неприкосновенность, все нормально. Да, да. Хорошо. Мне было вчера, итак, а сегодня уже не очень. Сегодня немножко хреново, поэтому, мистер Эджвард, пожалуйста, изложите суть дела. Поскольку подробности преступления уже были оглашены в суде ранее, предлагаю признать его виновным, разойтись, а там шашлычки. Сегодня исчерпывающее услышим... доказательство. Виновен. И все, погнали. Сегодня мы услышим показания другого свидетеля, которые подтвердят вину подсудимого. Хорошо. Же было мне вчера. Сторона обвинения может вызвать своего свидетеля, но я его не пущу. Все идет слишком гладко. Да, пока вообще идеально. Просто лучше не придумаешь. Предлагаю песка накидать на пол. Он даже не спросил Эджварда, почему вчера тот свидетель не давал показаний. Да судьи вообще плевать. Как будто уже знает почему. Если кто и возразит по этому поводу, то только я. Выражаем? Выражаем прям. А нас же предупредили, что можете не трепыхаться. Все, что вы скажете, будет использовано против вас на суде. А это суд. Предупреждают о вызове свидетелей всех сторон? Ладно, давайте нет? Протестовать.
Навальному это не помогло, правда, но давайте попробуем. Мистер Эджвард, вы должны объясниться перед судом. Почему тот свидетель не давал показания на заседании по делу мисс Мэй Фэй? А он болел. У него справка есть. Ковид. Все дела. ХМФ. Просто нечего возразить. Потрясающе. Аргументируйте. Будем расшифровывать нецензурную брань. Прошу меня простить. Прощаю. Следующий протест. Еще раз такой косяк, мистер Уайт. И мы вас высаживаем. Точнее, засаживаем. Точнее, вам в тюрьме, в общем. Засаживаю, да. Мы уже и об этом позаботились. Мы вас в камеру к маньякам отправим. Вас уже ждут. Мистер Уайт, человек крайне занятой. К тому же. Позавчера я полагал, сегодня я уже не полагаю. Что-то влагало, короче, вчера. Что показаний мисс Мэй будет более чем достаточно. А ничего, что у вас обвиняемый поменялся? Мистер полагал. Ну как, еще от перестановки раз... обвиняемых... Показания не меняются, да, я понял. От перестановки лагаемых, понял? Еще раз приношу свои искренние извинения суду. У меня насморк. Что-то какие-то неискренние извинения, если честно. Еще раз приношу искренние... Замечательно, мистер Эджвард. У меня не было вчера. Все еще. Я очень ценю ваш профессионализм. Очень. А во сколько цените, да? В какую сумму? Аплодисменты. Можно назвать? Ну, отлично. Тут он выпендривается, про меня все забыли. В смысле? Тебя же судят. Тебя не забыли. К сожалению. Я бы хотел вызвать мистера Реда Уайта в качестве свидетеля. А прикиньте, реально забыли. И в качестве судьи я бы его вызвал. Прикинь, такие, так, а зачем мы здесь собрались? Ой, честно говоря, не помню. Ну ладно, давайте расходиться, ребят. И разошлись, не на шутку. Так, свидетель, пожалуйста. Назовите свое полное имя. Сейчас мое отчество его или middle name узнаем. Как там в покере? Мы сейчас на каждую его фразу будем... как это в покере хрень называется? Колить, да. Разить каждую его фразу. Поехали. Давай попаукаем лучше, не будем париться. Не надо паукать. Хотя можешь паукать, тебя все равно никто не видит. И не слышит, а не чувствует. Ну и вы поняли. Через экран не передается. Паукай, Серега. Окей. Вы желаете знать величание моей персоны? Достал. Ого! Это взятки такие. Сразу, знаешь, в суде кольцо, там прокурору колье, этому крест с бриллиантами. Мне кажется, это Властелин колец. Да, именно это я и сказал. О чем сказал? Непонятно. Неужели мои перефразы вызывают у вас конфуз? Опа! Имя! Да. Имя. Быстро. Констанция. Два сапога пара. Пора. Райт что-то поговорки решил вдруг наугад вспомнить. Меня зовут Ред Уайт. Как чистящее средство, но для друзей я Блако Ниньо. Чего? Никто тебя так не называет. Нет, так я друзей, чувак. Именно поэтому, кстати. Только ты эту информацию сообщаешь, друзья исчезают из твоей жизни. Или сокращенно Блани. Или Нибла. Нибла — это зубастик из Футурамы. Я исполнительный директор, или, выражаясь более приземленно, президент компании. Нет, Тэй, не уходи, нет, не уходи, Тэй, пожалуйста, нет, не надо. Тэй психанул уже. А как, ты слышала? Я сердцем почувствовала, Миш, что блин, как классно. Я начал кричать после того, как наушники ты сняла, и ты все равно слышал. Молодец, давай возвращайся. Миш, тебя даже в Владивостоке слышали. Они стрим не смотрят. Мы ждем Тэй или... Не, нормально. Тэй? Она все равно не читает. В принципе. Вы знали погибшую мисс Мэй Фэй? Ответ отрицательный. Нет, я ее не знал, я ее узнавал. Подождите, а мы же пару можем... Раз. Мы же можем. Рано. Мы же можем записывать все, что они говорят.
А, мы же записываем, это стрим. Ууу, повезло. Ночью. Ночью! Наш ученый! Чуть-чуть! Изменить гравитационное поле Земли, и все. Когда произошло убийство, вы находились в отеле Gatewater. Все верно. Я вместе с мистером Ми... И оттуда наблюдали за происходящим. Зачем рассказывать, если я могу показать о том, что вам и так уже известно? Хорошо, мистер Уайт, пожалуйста, приступайте к даче показаний. Сегодня у БСП бенефис. Да, я завтра... Ну, это хороший финал, потому что горло у меня завтра об отключке будет. Если я не разорву эти показания на кусочки, мне конец. Потом разорвут кое-что другое. Почему у меня такое чувство, будто сегодня конец света, и я единственный выживший? Да хорош. Соберись, тряпка. Что-то мне попало в горло. Блин, как он бесит. Надеюсь, вы уже примирились с Богом, мистер адвокат, потому что он с вами в ссоре. Эй, тебе жару задать надо. Тей, твой выход. Подкинь полешек, Тей. Задай нам жару. Горчичники поставь. А чего у нее там пикает? Это она чай в микроволновке, что ли, делает? Чай из микроволновки делает. Давайте бустанем звук от Тей, послушаем, что там происходит. Задай ему жару, Феникс! Вот она. Опа. Рассказ очевидцы. Ну поехали, ребята, колем. Эй, ты предлагал задать жару из того, что как бы мы пропустили. А, это я всегда предлагаю, да. Это да. Что ж, полагаю, на часах уже 21.00, стрим по Диаблю. Серёжа, хорош, на часах давай. Было около 21.00, а это значит что? Правильно, кино в 21.00 на СТС. Я преспокойно вовниковывал. Как бы вы сказали, читал, как обычные простые смертные выражаются, газету, сидя у окна. К сожалению, она была кверх ногами, я ничего не понял. Затем я вдруг услышал, что снаружи творится какой-то бедлам. Это посыльный приходил к мисс Мэйфэй. Удивившись, я обратил свой взор на здание напротив. И тогда машина наехала на пострадавшую. Тогда-то я увидел следующее. Машина, стремясь Ура. По асфальту, на длинноволосую женщину напал мужчина с колючками на голове. О боже. Пошел Сначала в репейник он упал, а потом побежал. Излишне добавлять, что это был никто иной, как вы, мистер адвокат. Я не буду. Я тут же позвал мисс Мэй. Она, разумеется, была тоже со мной, потому что я... Она тоже была, разумеется, ошеломлена происходящим. Мы вместе поошеломлялись еще некоторое время после этого. Жертва, она попыталась убежать, но вы погнали за ней. Потом. Затем ужасающее ударение на слове... На букве, точнее, А, и все было кончено. Ужасающе. А что происходит? Где я? Все же было так хорошо. Если все произошло так, как вы утверждаете, то, боюсь, подсудимый виновен. Оп, расходимся, ребята. Дача не ждет. Хорошо, подсудимый. Ой, то есть мистер Райт... Приступайте к перекрестному допросу себя. А, нет. Мы же сначала допрашиваем свидетеля, да? А интересно, если мы себя не защитим, нас лишат лицензии адвоката? Значка нас лишат, Бонч, это куда печальнее. Да, ваша честь. Спасибо за подписку, Касси. Что мы помним? Спасибо. Спасибо. Он, правда, на Ютубе подписался. Но... На Ютубе подписался? Так он знает о Good Game? У нас приложение, кстати, вышло. Сегодня МКЛ в 8 часов, приходите. У нас вчера релизнулось принципиально новое приложение для айфонов, айпадов. А для Nokia? Миша, а где раздел с пляжами и горячими ваннами на Good Game? Ну, вот это вопрос к тебе. Как появится контент, будем думать, куда ее пихать. А.
понял. Не надо думать, не надо думать, куда ее пихать, Миша. Мы женатые люди, уже все, хватит. Нам уже эти мысли... Мои мысли. Запретные. Пускай сама ты и думает, куда ее пихать. Нам не нужно об этом беспокоиться. Я думаю, ты об этом уже подумала. Ладно, собрались, надавливаем, сразу же. На часах было около 21.00. Так. А я предлагаю что ты делаешь? Пари на бассейн. Какой почему пари? Вы так уверены насчет времени? А, у меня были часы. Вообще каждое кольцо показывает время. А, быть может, потому что я всегда абсолютно идеален. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Не-не-не-не-не, такой ответ меня не устраивает. А меня устраивает. И меня тоже устраивает. Какой вы недоверчивый, мистер адвокат. Чё там устраивает? Действительно, чё это вы мне не верите? Я обвиняю вас в убийстве, а вы мне как-то не доверяете. Ну, странно с вашей стороны. Полагаю, это какая-то некомпетентность, недальнозоркость ваша адвокатская. Как там по-правильному? Называют секретарей? Шлюхи! Секретарями. Секретутка. А кто это слева, чувак? Это посыльный? Посыльный. Да. Так вот, мисс Мэй заказала номер обслуживания на 21.00, а в этом номере был кто? Я, поэтому я идеален. Что, дальше будем, не? Да, конечно. Убийство произошло как раз вскоре после того, как номер обслужили. Это сходится с словами мисс Мэй. Не надо ведь. Пока не надо. Я думаю, на этого можно давить. Давить? Ну давайте. У нас же здесь нет негатива. Посыльный правда принес мисс Мэй кофе в это время. Ничего себе, надавили. Но в своих показаниях он утверждал, что тогда вас не видел. Опа! Там типа она одна я была. Я был в душе, смотрел на себя, какой я был идеальный. А, так вы озадачены именно этим? Нет, я озадачен тем, что ты, козел, обвиняешь меня в убийстве. Глупенький адвокат. Мисс Мэй вышла замуж, хотел сказать, из номера, чтобы забрать свой кофе. Разумеется, он меня не видел. Ведь тогда он был слеп. Ему пришлось смотреть сквозь стены. Поведайте суду, что вы делали в это время. С мисс Мэй и в деталях, пожалуйста. Если есть фотографии, буду признателен. Я преспокойно вовниковывал, как вы сказали бы, читал газету, сидя у окна. Давим! О, не, подождите, у нас уже шкала появилась стрёмная. Нет, она вся в стене, все нормально. Хорошо. Может, покажем, что? Нет, давай пока... Еще закроет за эксгибиционизм. Давай лучше надо. А где газета? Мы Бонич уже немножко, так сказать, обделались, поэтому она нам нужна была. Hold it! Вы имеете в виду окно, которое выходит прямо на фирму Фэй партнеры? Нет, другое окно, но там на другом здании зеркало. Верно, в нашем номере было всего одно окно. И так вы просто читали газету? Я вырезал из нее слова, чтобы потом оставить на место преступления. Верно. Gatewater — это отель для занятых людей, понимаешь, что... А из тех, кому всегда есть чем заняться, это кто? Это я. В принципе, грамматика также устроена. Затем я вдруг услышал, что снаружи творится какой-то бедлам. Давайте уточним, какой бедлам травился на улице. Естественно. Бедлам? От слова bad and lam. Полагаю, именно в этот момент вы и нанесли удар. Понятно, продолжайте. Пока все сходится. Удивившись, я обратил свой взор на здание напротив. Значит, вы читали газету до тех пор, пока не услышали шум? Я туплю как могу. Ну, разумеется, я же не шпион, чтобы заглядывать в окна к другим людям по ночам. Я заглядываю. Не шпион, ну да, конечно, у него вся карьера сплошной шпионаж. Надо как-то про послушивающее устройство, наверное, все-таки здесь вернуть будет. Вернуть отвертку надо было вернуть. Ну, тогда-то я и увидел следующее. На длинноволосую женщину напал мужчина с колючками на голове, а в офисе моей партнеры творился какой-то бедлам по-прежнему.
Излишне я не надавил. Так вернись и надави. А, да. Олли! С колючками на голове. Ты охренел? Охренел? Я то... Знаешь, за сколько я за эту стрижку заплатил? Нисколько. А, это вот... Надавили мы так. Прикольно. Ваши слова напрямую противоречат показаниям мисс Мэй. А, да? Она утверждала, что преступником была девушка. Слушай, ну кто там разберется в твоих сексуальных предпочтениях? Сейчас мы живем в современном мире. Вчера девушка, сегодня уже мужик. Колечком на голове. Я всегда гордился своим зрением, мистер адвокат. И насколько у вас хорошее зрение? У меня АА. %200 О, господи. По сотне на каждый глаз. Ой. А если надо, я могу еще сквозь стены смотреть. Вообще я Кларк Кент. 200, их же не складывают. Складывают. С этого дня я постановляю складывать с глаза. Полагаю, свидетель хочет сказать, что с его зрением все в порядке. Не то, что с моим слухом. Так, а судья вообще на чьей стороне, не пойму. Ну твоей, конечно, ну твоей. И что вы затем сделали? Ну, я тут же позвал мисс Мэй, она, разумеется, была ошеломлена происходящим. Так. А что все это время делала мисс Мэй? Я боюсь, я не могу вам рассказать. Это не для ушей окружающих. Она закончила смотреть какую-то мыльную оперу по телевизору и проливала реки слез. Она сначала набрала где-то две чайные кружки слез. А вам было известно, что она прослушала телефон в офисе мисс Мэй Фэй? Протестую. А ты это... несущественно, говорит. Это несущественно. Прослушивание ее телефона никак не связано с рассматриваемым делом. Ах, то, что ее убили. Еще разок. С рассматриваемым делом. С рассматриваемым делом. Никак не связано. Я протестую. Меня это не беспокоит. Я отвечу на смелый вопрос адвоката. Ты чё, охренел, что ли? Мы так не договаривались. Прослушивая телефон погибшей, мисс Мэй руководствовалась лишь соображениями... О, погоди. Лишь соображениями. А я-то ничего не соображал в тот момент. Мисс Мэй руководствовалась лишь... Серёж, ой, блин, а он еще в Канаду поедет опять. Мы его потеряем. Это чай ромашковый на меня так воздействует. Ну, понятно. Мисс Мэй руководствовалась, в общем, собственными соображениями на этот счет. А... Михаил. Да, и я, естественно, из вас бы вышел неплохой политик, мистер Уайт. Я уже отвлекся, извините. Из вас бы вышла черепаха, Михаил. Хо-хо, недаром меня называют Эль Президент. Ты что, он в Тропико играл, что ли? Пожалуйста, продолжите. Не останавливайтесь, давайте еще. Еще показания, обожаю. Мне кажется, фетиш. Я тоже в Диабло уже играю. Жертва, она попыталась убежать, но вы погнались за ней. Олдик! Халдим! Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее, пожалуйста? Я просто сам не могу вспомнить, за кем я там гнался. Нам всем не помешало бы знать, что именно произошло в тот момент. Разумеется, компренда? Я понимаю. Когда вы напали на нее... Да пёс, так нельзя говорить. Вы были лысый. Она побежала влево, хотя мисс Мэй говорила, что вправо. Что вправо, да-да-да-да-да. Вы погнались за ней и добили. О, хотя вот она на этом лежала и ловим. Под окном. Вот на этом и ловим. Вы уверены? Вы рыбак? Как вам известно, я всегда абсолютно идеален. Это не имеет отношения к делу, но... Не могли бы вы отразить эти ваши кольца так, чтобы мы их не видели?
эти новые сведения в своих показаниях. Жертва побежала налево, но вы погнались за ней. Так, у нас же есть что-то, что доказывает, куда она побежала, нет? Сейчас гитару. Вот! Вот! Угу. Вот показания Мэй! Нана! Что она? А я читаю? Я читаю! Постойте! Мистер Уайт, вы сами вырыли себе могилу! Как это понимать? Ну, взяли лопату, подошли к мягкому чернозему, воткнули черенок прямо в густую темную землю и начали рыть. Вы сказали, что погибшая побежала налево. Но это напрямую противоречит показаниям мисс Мэй. Ха! Как вы знаете, у меня идеальное зрение. Она ясно сказала, что погибшая побежала вправо. А, я всегда путал лево-право, я поэтому так водитель. Так нет, я поэтому инструктор имя, по вождению. Ваше имя мистер Врайт, поэтому вы побежали направо, все верно, но если она побежала направо, с моей стороны это выглядело как налево, все сходится, о-хо-хо. Все просто, вы не так ее расслышали. Аба, что? А, не думаю. Взгляните на план офиса. Там стена слева. А, ну бас. У, убийца стоял здесь. А жертва стояла здесь. Это мужской и женский. Нет, это... Ну, это два органа. Это два органа просто. А какой орган на же? Если бы она, как вы утверждаете, побежала налево, то выходит, она бы побежала прочь от двери. Прямиком в тупик. Оп! Но вам это не кажется странным? Очень странно, действительно. Что-то у меня челюсть отвалилась. Ведь я и правда видел, что она побежала налево. Так и было. Потому что да. Для вас это было действительно лево. Убийца! Убийца! Да. Жопобородый. Наконец-то! Феникс, посмотри на него! Мне кажется, что сейчас он говорит правду! Надо сейчас внимательнее, прям к игре. Согласен. Может, он и правда видел, как она бежала налево. Вот, потому что думай, он думай, был лицом думай, к ней. Думай, запоминай, думай. Видел, как ее убили. Не сходится все равно. Постойте-ка! У меня чайник не выключен. Мистер Райт, это у меня чайник не выключен. Че вы несете? Да, ваша честь. Мисс Мэй говорила, что жертва побежала вправо, а мистер Уайт утверждает, что налево. Так внимание, куда же она побежала? Вопрос. Только вы, как убийца, можете сказать правду. Они оба правы. Они оба правы. Они судья. Оба правы. Да, да, да. Давай. Оба свидетеля говорят правду. В кои-то веки. Ха. Ха. Сомневаюсь. То есть, я хотел бы сказать, что сомневаюсь, но это же не разъясняет противоречия, так я в вебке должен делать. Ну, есть как бы один вариантик развития событий, в котором их показания не противоречат друг другу. Бамболейо, бамболейо. Это если они не разбираются, где право, где лево. Это уже два варианта, да? Да. Что? Опа. Очевидно, что свидетель наблюдал за происходящим не из своего номера в отеле. А из чужого номера. Что? У него нет номера в отеле. Фу, какой бомж. Мистер Райт, как это понимать? У вас минут на размышление. Потому что у судьи, правда, было вчера очень хорошо, судя по взгляду, прям максимально. Судья там, по-моему, кокаин принимает в паузах. Что значит наблюдал не из своего номера? Номера. Раз он был не в отеле, где же он тогда находился? В кабинете, где произошло убийство! В офисе фирмы Фэй и партнеры. Конечно же. Конечно же. Ну это конечно же, даже в Поми уже догадался. О, тут Поми. По Поми здесь. Догадался. Разойдитесь. Старкрафт стримит, кстати. А именно, здесь.
Уж. Надо показать всем, где стоял мистер... Ой, нет, опасный момент! Нет! Бонч, он сказал, что влево? Не, надо сейчас на Уви, нет. Правильно нажать? Не... По-моему, вот. Надо нажать туда, где он стоял. Нет, подождите. Да ладно. Как... Она побежала куда? Вот туда. В так, каком ребята, случае туда будет на налево? Сейчас, на нас сейчас все смотрят. Адвокат, прокурор, давайте быстрее. Ну, конечно же, налево. Дверь. Да. Двери. Но... У двери он стоял. Нет, он был на месте убийцы. Для него, она, смотрите, из окна она побежала направо к двери. А он стоял к ней лицом. И для него она побежала да налево ладно. К двери. Ладно. Значит, мы просто указываем вот на это место. Вот так вот. Он стоял вот тут. Вот так вот. Взгляните. О, в тот момент, когда жертва побежала к двери, если он наблюдал за ней отсюда, то с его с точки зрения она бы побежала налево. Прошу вас. Я не могу больше ждать, мистер Райт. Когда сейчас дьявол? Не время для дурных шуток. Ведь именно здесь стоял убийца. Да не. Да как же ты до сих пор не поймешь, Эджвард? Погоди, у меня синий свет в глаза. О, что, это убийство? Кто убийца? Тишина, я требую тишины в зале. И на кухне, и в спальне. Нарушителям правопорядка по традиции этого заседания будет объявлено обвинение в убийстве. У меня поменялся голос немножко, но это не важно. Мистер Райт, на что вы намекаете? Ты дебил, намеки. Судья, ну ты совсем дебил. Негодяй. Негодяй. А протестую. Он не негодяй, он убийца. Своими утверждениями сторона защиты пытается исказить истину, ваша честь. А она где-то рядом. Согласен, с вами они действительно кажутся несколько надуманными. Ну конечно, если бы я умел общается. Думать. Хо-хо-хо. Вы просто ходячее представление, мистер Райт. Я бы вам поаплодировал, но кольца мешаются. Что происходит? Он смеется? Да, это была удачная шутка. Вся нелепая ситуация заставила меня кое-что вспомнить. Она побежала меня... направо. Все! Он... Все! Нет. А, ну да, теперь нет, все сходится. Слишком просто, Бонни, слишком просто. Ты же знаешь, что это за персонаж. Он идеален, поэтому у меня левое и правое полушарие переставлены местами. Судя по всему, я был неверно понят. Из-за этого прошу прощения, я говорил на другом языке, и вы меня не так транслейтите. Мистер, ваша честь, позволите ли вы мне дать показания повторно? Что? Ну, конечно, сейчас приобувайся, прямо что? Здесь, давай. Хорошо, давайте их послушаем. Ну, удачи, конечно, все за разбитую тарелку склеивать, приятель. Эти не разбитые тарелки склеивать, приятель. Это не разбитое лицо. Показания свидетеля, побежал налево. Нет, не налево, а направо. Все, погнали. Склеено. Показания мисс Мэй верны, ровно как и мои. Так. Когда вы напали на девушку, она сначала побежала налево. Серьезно, вот так дешево? Направо. А затем вы ее по-русски ударили. Это увидел я. Еще одно слово на «у», и я отсюда сваливаю. Поэтому она из последних сил побежала направо. Это как в анекдоте, а я из последних сил, да? Вы погнали за ней и нанесли последний удар. По последней голове. БСП, наступись. Не, я просто представляю ситуацию, это он такой смотрит. Там кого-то убивает. Эй, Мэй, тут кого-то убивает. О, но, боже, тут но... кого-то убивает. Там, нет, там это... кого-то убивают, но с другой стороны, смотрите. Актер Панин опять трахнул собаку. Не, пойду почитаю, это интереснее. Так, что ли? Возможно, будешь. Вспомнили? Вы ударили ее дважды. А... Трижды. Мне такой... Но подождите, там убивают человека, но в Давосе состоялся Конгресс Объединенных Наций. Так, давайте посмотрим, что же там было. Или вы уже забыли, мистер адвокат, сколько раз вы ее, а? Давайте вместе вспоминать.
Звучит довольно логично. Один удар по голове был, не два. Да, там это в самом начале говорили, кажется. Да-да-да, сейчас мы его предъявим. Это да, конечно, будем. Него, конечно, будем. Как буду, буду, да. То есть, да, буду, ваша честь, буду. Давайте, по фасту. Понеслась. Перекрестный. Показание. Да куда ты, стоп, ну куда ты, что вы хотите этим сказать? Я как раз и собирался объяснить. Ну что ты тыкаешь? Все свои. Вы, американцы... А, ты хочешь сразу туда переключиться? Я тебе, ты сам откуда вообще? Когда вы напали на девушку, она сначала побежала на леву. А затем вы ее варварски... ударили, это увидел я, возбудился, позвал Мэй. Вот здесь вот, objection, она... objection. Не-не-не-не, сейчас. Побежала последний направо. Удар. Окей. Вы погнали за ней и нанесли последний удар. А вот здесь смотрим, что у нас там, где там у нас? Заключение должно быть какое-то, да? А вскрытие желтое. Уклонилась от удара и побежала слева, вправо. Слева, предпоследнее слева, кроме вот, рядом вот с значком. Вот это. А вот это? Ну тут не написано, что несколько ударов. Ударов. Ну, удара, как бы удара. Не, ну, причина смерти, ну, последнего но удара, как бы ее несколько. Ударили раз, не так смертельно ударили. Второй раз уже смертельно ударили. Ну, если два удара, это вскрытие вообще должно быть отмечено. Да, но это не причина смерти, первый удар. Первый удар так, ссадина осталась. Ну, не знаю. Уклонилась от удара. Уклонилась от удара. Ладно, давайте. Папа побежал вправо, там написано же было. Ну да. Ну, она уклонилась от удара, побежала вправо. А он уже наоборот говорит, что она сначала побежала вправо, а потом побежала налево из последних сил. Вот. Вот. Когда вы напали на девушку, она сначала побежала налево. А затем вы ее варварский удар, это увидел я. Потом она из последних сил направила. Вот здесь, наверное, да, на варварском ударе нужно сказать, что она первый раз промахнулся. Давайте заобжектим. А потом предъявим. Не бил я никого. Он сам напал. Класс. Тише, мистер Райт. Не нужно скрывать это отсюда. Тут все свои. Мы все кого-то били. Я ничего не скрываю. Протестую. Он скрывает от меня себя. Сторона обвинения настоятельно просит не перебивать свидетеля. А то я вам тыкну пальцем еще в одно место. Мистер Райт, вы предупреждены. А значит вооружены. Я чем провинился, не пойму. Ну, такое... Слушай, это не самое тяжкое обвинение сейчас для тебя, поэтому не парься. Вот давайте потом здесь она... попробуем. Вы варварски ударили, это увидел я. И... Здесь же говорится, что уклонилась от удара. А он говорит, что ее ударил первый раз. Ну попробуй, видишь, опять да. же проблема этой игры, что мы не знаем, какой он objection. Здесь написано, уклонилась от удара, побежала вправо, но ее догнали. Он же говорит, что ударили ее сначала один раз, она побежала налево, потом догнали, ударили второй раз и убили. Может, на следующей фразе это сделать, когда ударили? Не-не-не, второе это правильно, что второй раз она побежала вправо, ее догнали и ударили. А в первый раз ее не били. А? Ну, тут две улики. Либо вот это, либо о вскрытии. Но это уже после второго удара она погибла. Тут как бы... А мы сейчас пока говорим о первом ударе, которого не было. Типа фейк. Угу. Давайте попробуем. Ну, я как бы протестую. Ваша честь. Заявление свидетеля противоречит данной улике. Улитки. У-ля-ля. Вот мой жетон адвоката. Ой, мы, кажется, немножко... Вы уверены? Я не вижу здесь никаких противоречий. Я вообще не вижу ни хрена. Что? Правда? Где? Ну ладно. Протест так. Отклонен. Минус хпшечка. Понятно. Упс. Что-то пошло не так. Когда вскрытие тыкай? Так я думаю не на той фразе. Тут это, как вы видите, имеет значение. А что дальше, да? Потом Сэнзил побежал направо. Вы погнались. Нанесли последний удар. Это видела уже мисс Мэй. Вспомнили, вы ударили ее дважды. Вот здесь! Зараза. Еще раз пробуем? То же самое? Да, давай. Да. Еще можно сохраниться будет, если неправильно. Ну давай. Objection. Минус. Да блин, да как так-то? Ваша честь, заявление свидетеля противоречит данному. Не, она мигает пока что еще. Тот же диалог. Вы уверены? Я не вижу здесь никаких противоречий. Да, ну ладно. Ну ладно, бывает еще. Ладно, сейвимся.
Да. Минус куча хп. На четвертый слот бэнниш. Не по хардкору. Может, на Iron Man перепройдем? XCOM. Так, ну и что же? Какие ваши предложения? Открытие тыка отчет. Где, вот здесь? Да. Вот здесь? Да. Давай. Ну попробуем, но. О! О! Мистер Уайт! А мисс Фэй погибла тут от одного одиночного удара. Да какой бред! Как раз в другом документе говорится, что удар был один. А здесь-то говорится о том, что она умерла от конкретного удара. Но... и все. Возможно, психи перевода. Они сами себе противоречат. Что вы на это скажете? Ну, я вообще не играю там. Вот сейчас-то ему у меня не отвертеться. Мистер Уайт, а разве вы не нам... Разве не вы нам сказали, что всегда абсолютно верно идеально? Ну да, я говорил. Может, может малость фейлю переводится эта аббревиатура. Что случилось у тебя? Может, быть может. Если ты слово всего лексиком, я не знаю. Херня какая-то вообще. Ну, ваша честь, ну вы не могли бы попросить свидетеля дать новые показания? Он что-то не сходится у него. Пускай придумает что-нибудь интереснее. Нет, отличные показания. Мне все нравится. Виновен, виновен. Свидетель просто запутался. Ваша честь, это же очевидно. Да, такое бывает. И невероятно. Я бы хотел попросить вас устроить 10-минутный перерыв. Сейчас я ему скажу, точно инструкцию дам, что говорить, и мы продолжим. Да, да, не помешало бы. А то мне вчера было очень хорошо, напоминаю. А то у меня в бороде кокаин застрял. Свидетель не запутался, а заврался, заврался он. Не-не-не-не-не-не-не. Ваша честь, я настаиваю на продолжении процесса. Да, Николаев, 10 минут перерыв. Мы и так ждали стрим, 3 недели. Спускайте это в унитаз, волчок забьется же. Свидетель, будьте добры дополнить показания после ремонта. Люди на моей стороне, народ, за меня теперь уж не выкрутишься, Уайт. Пацаны в курсе. Райт. Пацаны в курсе. Пацаны в теме. Мистер Уайт. Чатик на нашей стороне. Хорошо. Хорошо. Ну хрен с вами, ладно. Два удара. Это опа. Сиквел так называется. Так, ну, понимаете, я когда я услышал, как упала та штука, выглянул в окно. Да. И что там? В этот момент я увидел, как мисс Мия побежала налево. Налево? Ну да, налево она побежала. Убийца, ну, то есть, ну вы как бы убийца. Попытался нанести удар, но она увернулась. Ну, бывает. Так вы же говорили, так, что на нее нанес. Нет, ну а потом... Она развернулась и бросилась в сторону двери. Сумасшедшая была, не знаю как. Тогда вы ее и прикончили одним ударом. Бум! Бум! Ну, все понятно. Да уж, бум так бум. Это все? Судья, алло! Принято. Принято. Хорошо. Ну, раз бум, можете начать перекрестный допрос. Мистер, ваша честь. Я сейчас сам мать. Бум, по-моему, немножко. Мистер, ваша мать, честь. Да. Видите ли, у меня живот разболелся от героина. Я беременна. Не-не-не, терпите. Можете здесь хоть обосраться. Можете хоть обосраться здесь, но вы дадите показания. Ой, болит сильно! Ой, умираю, режут колет. Пупок развязывается. Режут Колю. Ну ладно. Хорошо. Так, ну, я понимаете, когда я услышал, как упала та штука... На плане офиса труп обозначен, где лежал? Там ну, жертва лежал. Обозначена. Ну, как-то тут штука... получается нужно то, что где он говорит, что ударил жертву у двери, показать ему план офиса, потому что жертва лежала у окна. Погоди, как упала та штука, он про что вообще говорит?
Осколочки, думаешь? Да. А-а-а. Какая штука-то упала? А давай покатим на штуку осколочки. И что, зачем? Такая, и чё, дом? Ну, просто... Да, это, да, вот эта штука упала. Да, конкретно вот это. Спасибо. Спасибо, мистер адвокат. Давайте покажем. Ну, хорошо. Теперь мы знаем, кто убил Ми. Это была тарелка. Все. Тарелка совершила самоубийство. Да мы сейчас покажем. Давайте посмотрим. Ну, покажи. Покажи. Ну зачем? Да надо, смотри. Ну интересно же, покажи. Блин, я протестую, конечно, блин. Это была моя любимая тарелка. Это противоречие, ваша честь. Все, минус хпшечка, прошу прощения. Простите. Загрузись. Да ничего страшного. Да не, нормально, все же. Блин, видимо, не туда что-то я... Ну кто, кто, не надо сейфло, ты такой нубас, ну не надо, ну... Не, ну это просто для эксперимента, мы же просто прикалываемся. Сейфлодов. А сейчас серьезно играем. Да, да, а теперь тыкай на двери и план. А теперь супер игра. Нет, давайте послушаем его. И в этот момент я увидел, как убийца, то есть вы пытались нанести удар, но она увернулась. А мы к чему в прошлый раз придрались? Как раз потому, что она, что он ее нанес. На самом деле не наносил. А теперь он поменял, он тебя переобулся, гад. Нет, давай дальше. Она развернулась и бросила в сторону двери, тогда вы ее и прикончили одним ударом. Одним ударом? Ну, опять, типа, он поменял мне. То есть эта фраза, типа, окей, он ее подстроил под отчет о вскрытии. Значит, в предыдущих фразах что-то еще должно быть. Нет, я думаю, что вот именно на эту фразу, где он убил у двери, показать план офиса, потому что она была убитая у окна. Да, написано «побежал». Поддерживаю, поддерживаю оратора. Погоди. Все, жми назад. Просто жми. Она развернулась и бросилась в сторону двери. В сторону двери, она же не добежала до двери. Ну так убили-то у окна. Не, ну она дернулась в сторону, ее огрели, и она обмякла под окном. Ладно, может, он и прав. Ладно, у нас есть сейвы, давайте, погнали. Версия Тэй, то есть Фэй, Мэй. А та Тэй, в смысле... На последней фразе показать план, либо на последней, либо на третьей. Ну тут-то все правильно, да? А что за штука? Давайте послушаем. Попала эта штука. О чем речь вообще? А что? А что? А та штука? Это был стеклянный торшер. Откуда ты его видел, пёс? Откуда вы знали, что были стеклянный торшер? Точно, тот, что упал на пол на месте преступления, но его не было видно. Феникс! Точно! Что? Я не приносила торшер. Ты ничего не заметил странного? Нет! Ага, и правда странно, надо бы уточнить этот момент. Блин, ну... А, мистер Уайт, минуточку. Нормально, сейчас мы его припечатаем. Да, что такое? Что надо вообще? Значит, вы видели этот стеклянный торшер? А он не виден из окна, все правильно. А он был невидимый. Та-та-та. Ну да. Да? Да. Ну да. Тогда отразите это в своих показаниях, пожалуйста. Простите, я виноват. Я вообще виновен. Я ее убил, ну что? Что вы этого хотели? Пожалуйста, исправь свои показания. И родители школы потом вызовите. Я поняла, он сейчас скажет, что торшер был зеленый, а он не зеленый, и мы покажем Москву. В смысле? Нет. Мы просто покажем, что на плане не видно, да, что окно и торшер это... Покажем? На схеме торшер слева от окна, он его никак не мог видеть. Ладно, ладно, конечно. Да все нормально, да. Я заметил на полу офиса стеклянный торшер. Вот не мог ты его заметить. И в этот момент я увидел, как все. Мисс Мия побежала налево. Уже не а можно на стеклянный торшер надавить, чтобы он сказал форму, цвет, размер? Убийца, давайте. То есть вы пытались нанести удар, но вернулась. Давайте вот здесь, да? Да. Нет. Ну, стой! Серьезно? Нет! Что происходит? Я просто назад достал. Очевидно, Бонни, что я право-лево. Вот, вот здесь, да? Попутал. Вот, да. Ну давайте, торшер, ну чё? Разбитый стеклянный. Впервые об этом слышу. Чего? У меня с собой осколки, правда, которые я подобрал. А почему вы не рассказали нам о нем раньше? От него мы первый раз слышим. Почему Серёжа? Не сказал? А я просто вспоминаю, почему не сказал. Мне сказали никого. Ой. Ой-ой-ой. Что? А кто это сделал? Руина. Один момент. Минуточку. Ага. Дайте мне минутку, чтобы собраться с мыслями. Засекаем. Так, мысли. Короче, тут такая херня, я проговорился. Я весьма сбит с толку.
за него это разваливается на глазах. Протестую, не разваливается. Ваша честь, прошу вас, запретите стороне защиты защищаться и вообще задавать вопросы. Почему он защищается? Он офигел, что ли? Мы ж так не сможем его засадить за решетку. Мы вам за что платили? 40 минут не нападаем, мы же договорились. Мистер Райт, пожалуйста, воздержитесь от давления, свидетель. А то у него самого давление уже. Да, ваша честь. Эдживард как на иголках. Они такие стройные были. В смысле? Кто? Кто стройный был? Это был сарказм. Хорошо, свидетель, вы можете продолжить. Какой сарказм? Что такое сарказм? Сережа, читай! Умоляю. И в этот момент я увидел, как Мисмия. Ну понятно. Тут все понятно, да? Не, надо что-то с торшером вдавливать. Конечно, дави на торшер. Да блин, я назад просто листаю, что происходит? А зачем ты листаешь назад? Ну ж к торшеру. Мы постоянно даем на одно и то же. Нет, там разные результаты в результате. Это уж план офиса все-таки. Где он стоял? Слева. Да, слева торшер. Вот этот. Так он его не видел. Да. Он да, его он... не видел. Да ладно. Да нет, не может быть. Да видел, Бонич. В зеркале отражался он... же. Objection. Да, есть. Мистер Уайт. Есть. Вы никак не могли увидеть на полу стеклянный торшер. Кто бы мог подумать? Нет! Взгляните-ка. Это план офиса. Это план офиса, в котором произошло убийство, верно? Я еще верно. Что-то помню. Убийство. Мы убийство рассматриваем здесь, да? Да? Не воровство, да. Нет? А, хорошо. Да, 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 ваша честь, все верно. Вот смотрите. Пункт А, в пункт Б вышел поезд. Если смотреть на офис через окно в номере отеля, то будет видна только эта часть помещения. Вот. Видите? Стеклянный торшер находится вне поля зрения. Ну, мистер Уайт. Что вы на это скажете? Ерунду пасти. Постим ерунду, ребята. Мистер Уайт. Мистер Уайт, ну давайте. Если вы правда находились, как вы утверждаете, в номере отеля Gatewater, то никак не могли увидеть оттуда торшер до того, как он разбился. Более того, вы бы упавший торшер оттуда не увидели. Поскольку в стекла совершенно невозможно определить, что это был именно он. А, вот как. Вот как. Все улики со мной. Так вот когда же вы именно увидели торшер, мистер Уайт? А? Единственный вариант в тот момент, когда он упал и разбился. Как ваши мечты, а как это, ваше будущее. Это можно было увидеть лишь в одном месте, в офисе фирмы Фэй и партнеры. А я был рентгеновским зрением и боюсь криптонита, да? Я вообще супермен. И иными словами, когда произошло убийство, вы были на месте преступления. Что с ним? Он в зомби превращается? Ну все, сейчас я тебя так отыграю. Как в этом сигразе Южного Централа. Раскаяние придет сейчас. Мистер Уайт. Мистер Уайт. Сейчас он в оборотня превратится. Это оборотень не в погонах даже. Это были вы, не так ли? Мистер, ваша честь. Я мисс Мию. Да все мы мисс Мию. Я мисс Мия. Такой, прикинь, срывает маску. Я мисс Мия. Короче, я вас разыграл. Я был мисс Япония, теперь я мисс Мия. А, так. Кажется, судья уже готов выносить приговор. Так быстро? Неплохо. Стой. Довольно, Феникс Райт. Пойдем. Финальный ко босс. Сколько можно? Хватит, довольно. Что? Черт! Я совсем забыл про Эдживарда. А что? Чика-чика-чика. Оу, е. Оу, оу.
мистер Уайт. Полагаю, момент настал. Прими. Не пора ли вам, наконец, сознаться в содеянном? Не понял. Что? Что? Власть меняется, ребята. Ну, царян такой. Я сказал, что вам следует сознаться в содеянном. То есть признаться в том, что вы установили подслушивающее устройство. Что? Что за бред? Подслушивающее устройство? Действительно, какое? О, устройство! Ты... Подслушивающее, а так можно было? Тишина, тишина! Блин, это еще на полчаса, короче. Мистер Эджвард, объясните, что вы имеете в виду. Дамы и господа, мадемуазель и месье, мистер Уайт и я всего лишь слегка запутался. Позвольте объяснить. Не нравится мне все это. Очень не нравится. Такой бред. Мы про него говорили уже 3 стрима. Как вам известно, мистер Уайт является президентом компании. Начнем издалека. Как вам известно, мистер Уайт является президентом, эль-президента компании Blue Corp. Я являюсь прокурором, мистер Райт является адвокатом, судья является судьей. И он попросил своего секретаря, мисс Эйприл Мэй, подслушивать телефоны в офисе мисс Фэй. Но при чем тут я? Торшер! При чем тут торшер, хотелось бы поинтересоваться. Ваша честь, возникает вопрос. Когда именно установили подслушивающее устройство и кто это сделал? А я вам отвечу. Я поверить не могу. А я могу, мистер Уайт. Я верующий человек. Что? Вот он как его отмазывает, что типа он видел торшер, когда подслушивающее устройство. Вы проникли в офис мисс Фэй, чтобы установить подслушивающее устройство. Я прав? Нет. Ну прав, ну и что? Да, вы более чем правы, Майлз. Вы издеваетесь? Все было именно так. Я проник в офис, дабы установить устройство. Это устройство компактное, его можно положить куда угодно, в бардачок машины, в стиральную машину. Тогда-то я и увидел тот треклятый торшер. А, увидел торшер треклятый, и так можно было? Теперь я совсем запутался. А, мистер Эджвард, прошу вас, объясните, что все это значит. Так, кто тебя судьей назначил, мужик? Радости, ваша честь. Итак, начнем издалека. А, мистер Уайт является президентом компании Blue Corp, я прокурор. Мистер Феникс Райт вполне ясно донес до нас свою точку зрения. Он выяснил, что мистер Уайт... У меня голос поменялся. Он выяснил, что мистер Уайт знал о стеклянном торшере в офисе погибшей. Также он утверждает, что мистер Уайт мог увидеть его только лишь в момент убийства. Да, Катернатив напоминает, что в этой же игре от этих же разрабов в прошлый раз, когда мы упомянули об устройстве, это было неважно и не имело отношения ни к чему. Господи. Я знаю, как это законтрить. Им обувщиками надо работать, так переобуваются быстро. Законтрить это как? Масс рекламе? Нет, мы даем... Мэй тоже записывала мы диалог. Даем на лапу? Угу. Нет, Мэй тоже записывал диалог, там не было звука разбивающегося торшера. Что? Ну, вообще какой топчик. Диалог? Ну, телефонный. У нас есть запись разговор, где никто ничего не разбивал. Так они позвонили и созвонились до этого, и все. Да. А, и убили после звонка уже, там никакого звука-то не будет. Ладно, посмотрим. Поэтому мистер Райт и стремится обвинить Уайта в убийстве. Я все понял. А, вот оно как. Ну все понятно. Тогда мистер Райт виновен, мистер Уайт... Так, я ничего не перепутал. Однако, внимание. Истина все еще где-то рядом заключается в том, что мистер Уайт уже бывал в офисе жертвы задолго до убийства. А это значит что? Он лично установил там подслушивающее устройство. Звучит реалистично. Именно тогда
он и увидел торшер. Это была любовь с первого взгляда. Таким образом, все эти теории мистера Феникса Райта всего лишь беспочвенные догадки. Не то что мои идеальные, неопровержимые. А, это доказательство, да, как можно так? Мистер Уайт, я буквы не перепутал, вроде нет. Прошу вас дать показания об этом устройстве. Да, все непременно. Не, мне плохо. Мне тоже. И мне. А мне как раз норм. У этого дела оттопырены уши, настолько сильно его притягивают, конечно. Это произошло в начале сентября. Примерно за неделю до убийства. Крис Мэтсон покинул Blizzard. Я проник в офис фирмы Фэй и партнеры. Я был идеален. Разумеется, для того, чтобы установить там прослушивающее устройство. Это другая статья, поэтому не так опасно. Вот тогда я и увидел этот стеклянный торшер. Такие формы, такое стекло. Дорогу! Значит, вы увидели торшер за несколько дней до убийства. И поэтому вы по звуку поняли, что это он упал именно так. Ой, блин. Верно, истинно так. Истинно так. Я вас понял. Кого я не понял, так это всех остальных. Хорошо, мистер Райт, вы можете приступить к перекрестному допросу. Черт, и что мне теперь делать? Приступать к перекрестному запросу. Удачи! И уже в нас уже не верят. Уже никакой подсказки, просто... Прослушка, сериал, кстати, прикольный. Это произошло в начале сентября, примерно за неделю до убийства. А на прослушке что написано? Да-да-да, сейчас. Я проник в офис фирмы Фэй партнеры. Так, у нас дата, есть телефон. Дата прослушки не совпадает 5 сентября. Как дела вообще? Ну, чтобы я кое-чем понять, не хочу дать какую-то штуку на хранение. Часы. Там дата важна, понял. Да. Вначале была дата, 5 сентября. Ну да, так а что это? Ну а при чем здесь? Это другая прослушка, да. Это не его прослушка. Это... Не, это их диалог, но это же... Она тоже прослушивалась, именно поэтому он знал, где улики. Значит, прослушка уже была 5 сентября, а он мне говорит, что... Говорит... И установил после того, как запись сделана. Просто сейчас на все фразы подави, а там дальше думать будем. И на прослушку опять ничего на ней написано? Ничего особого. Давайте тыкать на все. Давай тыкать до ранее еще. Мы пока только давим. А точно ли к нам в офис проникли именно вы? Может это была мисс Мэй? Может, был я? В офисе были обнаружены неопознанные отпечатки пальцев. Значит, это точно были он, да. Пришельцы. Только одно объяснение. Ну как? Их оставил, ну как? Ну как? Вообще, как ты прокурором работаешь? Я понимаю. Давайте сравним. Да, отпечатки? Ну да. Знаешь, Артон, он же наверняка проверил эти отпечатки. Блин, это не Papers, Please, мы не можем так сравнить. Итак, мистер Уайт, расскажите нам, зачем вы проникли в офис мисс Фэй? За неделю до был август. За неделю до этого разговора был август. Непонятно, он никак не относится к установке прослушивающего устройства. Так. Давайте, может быть... Не, ну-ка назад. В начале сентября, примерно за неделю. Читал. За неделю до убийства. Не, погоди. Я просто хочется попротестовать. Доказать это сможете? Да, вот, интересно. Сможет. Сможет, сможет. Мисс Эйприл Мэй были известны подробности разговора мисс Фэй. Вот. Это доказывает, что устройство установили до убийства. Он сказал, тем более, примерно за неделю. То есть, то точно мы его не подловим за язык. Ну, скажет, ну, ошибся на пару дней. Так. Так. Хорошо. И правда. Так, это мы уже спрашиваем. А точно в офисе. Да-да-да, разумеется, для того, чтобы снять там послушивающее устройство. Ку. Да, и посмотрим. Ку, да. Ну, вот здесь два раза ку. Альт ку-ку. Зачем вообще прослушивать телефон Мэй? Да он нам не даст здесь вообще развернуться. Да как в смысле?
Серега? Да. А, Blue Corp можно назвать детективным агентством. Мы тут все детективы. Мы не имеем права раскрывать конфиденциальную информацию о наших клиентах. А устанавливали прослушивающие устройства без имеем, ведома этих лиц, мы имеем право. Еще раз тыкни. Ну не здесь, На последнее. Да-да-да. Ну вы вообще обратили внимание на какой-то торшер? Он был сделан целиком из стекла. Даже не было там металлических устройств, выключателей. Весьма стильный дизайн, быть может, поэтому я его так хорошо и запомнил. У меня поменялся голос. Такая прекрасительная вещь заслуживает должного внимания. Вы разве не согласны? Позвоните мне прямо сейчас, и в подарок вы получите еще 2 стеклянных пары бра. Вот и вся причина. Черт. Мне из него ничего больше не выжить. Ладно, может получится на чем-нибудь подловить и сблифовать. Ну и на чем будем ловить, ребята? На живца, Бонич. Он был сделан полностью из стекла. Хрен поймешь. Так, статуэтка тут не нужна. На чеке дата нету. На чем? Нету. А и что, как бы, ну и была бы. Ну знаю, я еще за цепочку. Клонился да, вправо. Ну, это мы уже юзали. Это мы уже тоже юзали. Скорее всего, это не оно. А убийство когда произошло точно? Они не сказано. У нас тут только телефон из нормальных улик. Надо его просто вовремя, видимо, тыкнуть. Че, сейвимся? Да, давай. Потому что у меня вообще нет предположений. А может быть правда, телефон на 5 сентября, то есть действительно 7 дней назад был еще август? Не, он сказал в начале сентября, и за неделю до этого. Допустим, если это было 8 сентября, это все еще начало сентября, в принципе, вроде как. Нет. Убийство, разговор записан в день убийства, это 5 сентября. Нет, разговор не записан в день убийства. Записан в день убийства. Нет. Да? Как это? В день убийства разговор. Тогда телефон жми. А откуда инфа, что он в день убийства записан? Потому что ее сразу после этого диалога убили. Нет. Почему? Объекшн. Да, нет. Еще пока не ясно. Понятно. Прочитай диалог записи. О, меня еще и штрафанули. Так Бонич всегда штрафует. Так, еще раз. Вот нажми показать, как бы. Нажми этот телефон. Ну, и почитай. Она поговорила. Название было такое, что они договорили, ее сразу убили. Следующая страница. Ага, еще раз. Увидимся в 9. В принципе, не сказано когда, скорее всего, поэтому действительно... Дата, в начале диалога, дата, 5 сентября, 9. Не, я к тому, что это действительно в этот день. То есть она в 9 утра. Может, жетон адвоката покажем? Там все поверят. Тебе скажут, куда его запихать будешь. А само прослушивающее устройство может найдено, быть мы он, не можем может использовать. Быть он а не ты знал. Давил на устройство, чтобы он, допустим, сказал, что за устройство? Да. Давил. И что он сказал? Он сказал, что зачем вообще прослушивать, да. Да. Слушайте, а может быть... Знаете что, может быть он туда не для того, чтобы устройство прослушивающее поставить, а чтобы обыскать часы? Боюсь, что заседание подошло к концу, мистер Райт. Самое время укрыться одеялком. Вы достойный соперник. Держаться не то больше что? Сил. Держаться что происходит? Не то вообще больше ничего сил. Не жал. Мистер Райт, вы закончили? Ну тогда я тоже заканчиваю и спать. Что? Что за бред? Я ничего не жал. Бонич, я уверен, что ты что-то нажал, что скипает. Посмотри на меня, посмотри. Я знаю этот голос. Опа! Мия! Никогда не сдавайся, Феникс! Это она голос из Старкрафта! Много вас этого знаков. Никогда не сдавайся! Ми-ми-ми-ми-мия! Ми-ми-ми-ми-ми-ми-мия! И? Did somebody call for an exterminator? А, типа,
типа так и должно быть дальше. У нас мы умерли от сердечного приступа, и теперь нам снится все это. Вестибюль подсудимых. Что произошло? Он потерял сознание от шока. Ах, да, точно. Я проиграл дело. И начал бредить. И выдумал эту игру про себя. А, нас вызвали. Наконец-то очнулся. О боже. Я вижу признаки. Подожди, что происходит? Сейчас дурку нас уведут и как бы закончится. Феникс. Феникс. А, разве так приветствуют своих старых друзей? Именно так. А, вот так приветствуют. В темноте только. Феникс, взгляни на меня. Так темно, не видно ни хрена. Я бы сразу... А, ну... ну оля, какая. Дальше что? 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 А! Погоди, это мама их, что ли? Я их... Ты рыбак? Майя? Разве ты не знала, что женщины из нашей семьи обладают сверхъестественными силами? Увеличение груди входит в этот перечень сил сверхъестественных. Когда ты признал свое поражение? По-видимому, это настолько потрясло Майю, что пробудило ее истинные силы. Что за бред? То есть, Майя призвала твой дух, Мия? Так, погоди, это вот кто? Уже каданцевым отдает. Да. Верно. Я дух Мии в теле Майи. А вообще, я демон, демон царства. О, Роза, тихо, нас прям нам предлагают послушать внимательно. А что? Сейчас, Феникс, слушай меня внимательно. Что-нибудь другое мне предложили, например, эти шарики куда-нибудь. Майя никогда не сдавалась, и у тебя нет права сдаваться. А, чё да это? Ладно, хорошо. Я вернулась в мир живых, чтобы тебе об этом напомнить. А, извини, забыл. Я вернулся, чтобы служить. Но пошла! У нас мало времени, Феникс. Послушай. А призраков в качестве свидетеля нельзя признать просто? Такая, у нас мало времени, Феникс, послушай. Не сдавайся, Феникс. Мы не сдаемся, и ты не сдавайся. Да понятно уже! Ты уже выиграл. А, расходимся. Я сунула на лапу судьи еще больше бабла. Что? У тебя ведь в материалах дела лежит тот чек, верно? Ну, верно. Что? А его вернуть надо или что? А, точно, тот чек. Ты написала имя Майи, да? Кровью. Феникс. Феникс, это написал Уайт, а не я. А, ну все поверят. Сейчас, погоди секунду. То есть, так, почему тут чек? Короче. Откуда вы знаете? Да мне призрак сказал. Наса в дурку. Причем тут чек? Чек-то при чем? Ну? Посмотри на лицевую сторону. На лицевую? Что? Сторону? Чек как чек. Чек как чек. Похоже, из-за универмага. Не прочекал ты чек, долларов. Да, прочекал. Уж не кисло. Заменение товара. Стеклянный торшер. Дата покупки. 4.09. За день до. За день до. Он не мог видеть торшер. Лол. Опа. 4 сентября. 4 сентября. Прощания. День торшера. День, когда летят осколки витрин. Осколки вниз. Скорую кто-нибудь вызовите, Олегу. Именно, Феникс. Я купила этот торшер за день до того, как меня убили. Гражданин судья, призрак сказала, что торшер купила за день до убийства. Нет, призрак сказала, переверни чек, ну бац. Ничего себе, не знал. А что мистер Уайт сказал в своих показаниях? Да, неважно, это все равно его оправдает. Блин, а прикинь, сейчас, короче, такой поворот будет. Судья такой. На самом деле меня зовут Афанасий. И капюшон такой накидывает. Это постаревший Афанасий, уже облысевший, но с бородой. А что? Погоди, текст пропустил. За неделю до убийства видел торшер. Да, до убийства. Давайте, мотаем. Мотаем, ребят. Я снова чек переверну. А там кажется, слушай, вот возобновится. Давай. Давай. Ты же знаешь, что ты не виновен. Осталось только это доказать. Осталось об этом узнать всем остальным. Понял. Ну если вы нам дальше, если вы нам раньше, блин, дали чек, а так просто как... Если бы нам раньше дали уже, мы бы вообще даже как бы, в общем... А что дали раньше? Мы продолжаем заседание по делу мистера Феникса Райта. В порядке ли подсудимый? Точнее, в порядке ли вы, мистер Райт? Да, извините за произошедшее, ваша честь.
Со мной уже все хорошо, я уже хряпнул. О, как и я! Ну что же, раз мы все тут уже хряпнули, может быть, еще по одной? Продолжим с того момента. А как же без меня вы хряпнули, ваша честь? Здесь нечего продолжать. Все уже выпито. Кто пойдет в магазин? Перекрестный допрос мистера Уайта окончен. Нам лишь осталось услышать ваш вердикт по делу мистера Феникса Райта. Давайте регейм! Отлично! Выступаю ваша... немедленно! Ваша честь! Ваша... Прошу, дайте мне еще один шанс, ну пожалуйста! Обещаю вам, вам понравится. Обычно мне такое не нравится. Но, как заметил мистер Эджвард, по сути, заседание уже окончено, может и понравится. Мистер Эджвард, что вы думаете по этому поводу? Что ж, давайте предоставим мистеру Фениксу Райту его последний шанс. Хорошо, я не знаю, почему я слушаю вас, но сторона защиты может приступить к перекрестному допросу. Погнали. Понеслась. Отойду собачку покормить. Какой эвфемизм странный. И... Че, здесь предъявляем или где? Да. Не-не-не, назад. Сейчас здесь. Посмотрим еще раз. Так какая разница, там за неделю до, вот все. Вот тогда я увидел торшер. Вот здесь надо предъявлять. Угу. Ну хорошо, здесь давай. На нах! Лично это чек. Мороженое есть. Видите, написано кровью, слово «Майя». Конечно, конечно, не вижу. Похоже, вы совсем отчаялись. Там ничего не написано. Вы кретин? Да не, напротив. Посмотрите, что написано на лицевой стороне. Я сам не сразу догадался перевернуть. На лицевой стороне? У чеков есть лицевая сторона? Шоу. Я думал, обычно пусто белую бумажку мне отдают. Ваша я думал, честь. Традиция. Надо читать. Вы тоже посмотрите. Почаще. Не могли бы вы прочитать вслух, что там написано? Не мог бы. У меня зрение минус 200. Сумме. Ну и ну. Стеклянный торшер. А дата покупки неразборчива. Надо же, его купили за день до убийства. Невероятно. О! Видите, видите? Мистер Уайт. Когда вы якобы проникли в наш офис в начале сентября? Не-не-не-не-не-не-не, этого торшера там еще не было, не было? Да твою мать! Опять в зомби превращается. Зовите экзорциста! Ну? Сейчас я тебя так отымею. Ну, мистер Уайт, сможете теперь выкрутиться или как? Отец! Ну нахер! Дим, ты видел? Видел? Это невыстерпимо. Ой-ой. Кажется, у нее припадок начнется сейчас. Кажется, уже начался. Итак, ваша честь. Я понимаю, что должно быть чувствуете сейчас сильное давление. Действительно. Надо бы что-то принять от давления. Но думаю, вы согласитесь, что при данных обстоятельствах меня нельзя признать виновным. Ой, это не по сценарию. Загрузка такая. Хорошо. Хорошо. Опять работа. В таком случае я объявляю супер игру. Опять? Да твою мать. Рано радуйтесь, Феникс Райт. У нас еще 999 частей. А? Нет. Не может он сейчас что-то придумать. Нет. А, да, чуть не забыл. Эджвард. В словах стороны защиты прослеживается определенная логика. Да. Неопределенная логика. Однако, у нас нет однозначных доказательств невиновности Феникса Райта. Да как так-то, свидетель врет на каждом шагу, блин! Следовательно, я прошу отложить оглашение вердикта на один день.
Мне требуется некоторое время, чтобы провести дополнительные расследования. Нет. Я в шоке. Да, звучит очень похоже на обновленный отчет от скрытия. Я предлагаю закругляться. Они здесь реально 2 часа еще могут мутить воду. Ну, просто берет на ходу, выдумывает новый лик. Я не знаю, что с этим делать. Надо что-то делать, я не знаю. Да протестуем просто. Выразим протест. Вина мистера Уайта, очевидно. Нет нужды продлевать процесс. А что он скажет? Нет, нет, это не очевидно. Да блин, ну вы серьезно? Разрабы, ну хорош, правда. Ну вы что, издеваетесь что ли? Ну, что ты толчок и воду в ступе? Если кто и будет обвинять мистера Уайта, то только я, прокурор. А я не буду. А я его не буду обвинять. Поэтому да мне нужен происходит? Еще один день, чтобы убедиться в том, что заявление стороны защиты имеет вес. Потом еще один день, чтобы это обдумать. Да мамка твоя вес имеет. Я понял вас. Протест. Что? Завтра мы проведем последнее заседание это по делу мистера Феникса Райта. Нет, ну это издевательство просто. Нет, сейчас будем заканчивать. Не, кто знает, что случится, сейчас. Эджвард наверняка что-то выяснит или попросту выдумает. Или даже Мия вернулась, ну, чтобы мне помочь. Цыганский барон. Мистер Райт, могу ли я отправиться домой? В пентхаус? Конечно! Что? Конечно, спасибо, что уделили нам ваше время. Охренеть, субботу, как обычно, на поле для гольфа. Был пойман на прямой лжи несколько раз, и его просто отпускают. Просто отпускают, как все еще свидетели. Может быть, и нас отпустят тоже, понял. Черт. О! Свидетель никуда не пойдет. Доставай пушку. Мия? Мама Мия. Оу. Феникс. Да. Прочти это вслух. Читаю. Так, свидетель читаю. Никуда не пойдет. Мия, что это? Паспорт мистер Райт, он забыл мне его в штанах. Получено записка. Список имен написан Мии. А где? Ладно. Ваша честь, можно? А вы сегодня весьма настойчивый, мистер Райт. Кто-то должен работать. Еще бы я не был настойчив. Я тут жизнь своего вообще-то пытаюсь спасти. Если бы я не был настойчив, мы бы еще 6 стримов бы это проходили. Прошу внимания сюда, я хотел бы кое-что зачитать. Йоу, камон, Версус пошел. Вот. Люблю грозу в начале мая, когда весенний... Имя Иннокентий, Георгий, Елена. В записке оказались перечислены имена. Многие из них были смутно знакомыми. Предприниматели, знаменитости. И судьи. И в этот момент кое-что произошло. Хватит! Прекратите! Довольно! Я ненавижу чужие имена! Не пытайте меня этим! Как вы можете называть по именам не меня? Прошу, не надо, пусть он замолчит. На самом... Это демон царства ночи, я все понял. Он читает на латыни. Откуда? Откуда у вас этот список? Призрак дал. Мистер Уайт. Вообще, призрак не дал в этом, кстати. Признайте свою вину здесь и сейчас. Иначе список будет опубликован в прессе. Чё там за имена, не пойму? Путин? Какие имена он там боится? Кадыров? Никто ничего не говорит, смотри-ка. Я признаюсь, это был я. Это я ударил ее, но умерла она, потому что ее ударил мистер Райт. Я ударил мисс Мэй... Чем ударил? Мыслителем. Тупым предметом. Дело закрыто, ваша честь. Слава тебе, господи.
Я не понял вообще. То есть от нас вообще ничего погоди, не зависело. Погоди. Нет, смотрите, по факту, ребята, по факту. Мы, значит, предъявили кучу неопровержимых доказательств. Подловили свидетеля на кучу вранья. Это ни на что не повлияло. Потом появился призрак, независимо от наших действий, который сказал, а вот тебе все улики. Вот тебе какой-то список, который хер пойми откуда появился. Вот тебе все это поможет. Мы прочитали какие-то имена, не понимаем какие, непонятно откуда они взялись. И этот сказал, все, я виновен. Ты, а погоди, тебе в чем наше участие, кроме того, чтобы тыкать пальцем? Вот, Бонч, тебе это ничего не напоминает? Это мне как напоминает классический суд, Мосгорсуд классический. В шести ночах в Чернавском мы там читаем какой-то экшен-экшен, а потом бах, и за секунду все закончилось. Просто мне такой кажется, бред вообще. Автор игры Михаил Каданцев. Он консультировал, видимо. Что ж, я не вижу больше причин продолжать заседание. Мне пора на дачу. Он признался. Мистер Райт, вы невиновны. Призраку привет. Всем привет. Да, да, ваша честь. Можно я пойду Диаблу стримить? Рано еще. Вам это снова удалось. Стримить Диабл в 21-м. Должен признаться, у меня аж дух. Да, ваша честь. Спасибо. Я стараюсь. Можно сказать и так. Ну да, без духа тут явно бы ничего не получилось. Какого-то. Ну что ж. Суд объявляет, что сторона защиты... то есть подсудимый мистер Феникс Райт для тех, кто... Но здесь нам всем нужно обниматься, но он нас разделяет мониторы. Стрим, мне еще нужно позвонить товарищу, он заждался. Извините, пожалуйста. Вы молодцы, извините за все. Ты просто на мьют поставь, чтобы вебка пока висела. На этом все, судебное заседание объявляется закрытым. И уход затемнения. Ну, а дальше уже... суд. А дальше новое дело, сейчас опять кто-нибудь кого-нибудь убьет. Это еще раз, но... Сейчас кто-нибудь кого-нибудь убьет тупым предметом, ребят, не переживайте. Поздравляю, Феникс, тебе очень повезло, что я из рода Фей. Что я из рода серых псов. Мне очень повезло, что вы с Май были со мной рядом. Рада, что у тебя все получилось. Феникс, спасибо тебе. Ты многим рискнул, чтобы помочь мне, Май. Да, мы бы без духа человека не перевернули. Вот такой вот тупой. Да, я старался, короче. И пока я жива, я никогда об этом не забуду. Пока ты жива? Что? Слушай, но нам сразу демонстрация будущего внешнего вида мира. Мое время здесь подходит к концу. Наше тоже. А? Способы снимаю, пока что ищу слабы. Я не могу здесь задерживаться, здесь надолго. Но через 5 лет... Не переживай. Мы наверняка увидимся снова. Шеф! Шеф, трогай! Феникс! Не мог бы ты перейти сегодня в офис. Скажем, в 21:00. Воу-воу-воу. О, ты на третьей скорости начал считать. До скорого, Феникс. Сегодня, кажется, тролливали с призраком у нас будет. Не, тили-тили. Это мы, да, проходили. 21:00. Ну как? Ну все, ладно. Опоздал на 2 минуты. Все, друзья, это никогда не закончится. Не-не-не, сейчас самое интересное случилось той ночью. Ради чего мы все сегодня собрались? Ты пришел? О, Мия. Это Тейт читает, давай быстрее. Что, как я мог не прийти? Вот и славно. А то что-то у меня в животе очередь. Как насчет бургеров? У призраков любишь? У призраков бывает понос? Ха-ха-ха, Митил, подай свое лицо. Классная шутка, Мия, ты меня просто... Эй, ты чего? Это же я! Майя! Ой, господи, крыша едет у меня. Майя. Да, Майя, блин, дебил, ты ее не узнаешь, что ли? А что, я была настолько похожа на сестренку? Пока еще нет, но лет через 5. Да ты была ей! А, это может пригодиться. Мы так и скажем потом в суде, в деле по обвинению в педофилии. Да она просто выглядела, как ее сестра, ребята, я перепутал. Не-не, она была ее сестрой. О, Феникс, сходи в магазин и купи что-нибудь на обед, хорошо? Хорошо. Эй, Майя, почему ты тут? Вот поэтому. Видишь? Да так произошло. Майя написала мне письмо. Мне написала письмо. Я сама себе письмо написала. Позаботься, а что? Все, готовить будет, убирать. Офис. Кто-то ведь должен помочь тебе поставить на ноги юридическую фирму Райт и партнёры, верно? Ну, раком ты ее поставишь, а не на ноги. А...
Что же еще, как не я, Майя Фей, пост принимаю. Стоп, нет, думаю, лучше сделать обстановку неформальной. Она верующая, пост. Йоу, Ник, Майя пришла делать дела. Ты же не против, если я буду звать тебя Ником? Да хоть Альбертом, все, спасибо, пока. Отличное же имя. Мия говорила, что тебя так зовет твой друг Ларри. Блин, бред. Понимаешь, мы теперь одна команда. Михаил Катанцев, твои новеллы лучшие из всех новелл, что я когда-либо видел и стримил. Ну, знаете, если вот подумать, то да. То лучше не продолжать. А если подумать, то лучше не продолжать. Скучаю. Ты же Майя оказалась в такой ситуации. Да, но... Ну что, не будь я рядом, вообще бы сидел бы в тюрьме. Звучит неплохо, конечно, неплохо, только соображать нужно лучше тебе. Ага. Чеки переворачивать, например. Ага. Спасибо. Дирижабль. Спасибо. Ага. Все. Это будет Прайд, Призрак. Удачи, Феникс, я всегда буду здесь рядом. Призрак и экстрасенсы. Не дай бог. Без нас, давайте только. Так, ну тогда побежали. Ник. Побежали. А куда побежали? Куда побежали? Ребят, помните, глупенький. Тут буквально за углом есть шикарная закусочная. Вперед, еда ждет. Я бы так сказал, создателям игры тоже не помешает иногда закусывать. Все, я побежал. Спасибо вам за все. За бургерами, Миш? Только не так быстро. Конец. 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 В смысле конец? Две главы и конец. Я еще ни одному концу так не радовалась. Конец. Дело о самурае. Миша, дело о самурае. От меня Диабло, Миша. На нас напали самураи. Господь всемогущий. Не, ну ты сохрани, если когда-нибудь через несколько спаси лет... Спаси и сохрани, я бы сказал. Спасибо. Потрясающе. Да, еда не ждет. Все. Всем приятного аппетита. Да хватит игра! Прекращай, она не заканчивается, ребята. Да что? Ты даже тыкать начал. Я тыкнул Escape. Escape, какая луна? Погнали на троих. Все, Бонич, давай, в 2 очка. Быстро, оперативно, про главу про это. Тут самураи, блин, твою мать. Что? Любараши чин-чин моно, кентами но каме ару. Она не... Сори но ото цару бобо, я ниндзя гаси масу. Сверкающие клинки. Алло, это не выключается. Я клянусь вам. Я себя интро просто делаю. У меня кнопки не работают. Hey, hey, let's go, кинкасуру. Цунамоно, протект май босс. Прекратите, пожалуйста. So let's fighting. Let's fighting love. Клинки самураев. Клишни. Все. Клишни самураев схлестнулись. Заставка закончилась. Все, спасибо, дамы и господа. Это был тяжелый год. Был он тяжелее, чем тот. Я все еще не могу выйти. Боюсь, Alt F4 есть кнопочки две замечательные. Замечательные кнопочки. Чертовы самураи. Спасибо тебе, Сережа. Кстати, давай озвучим резюме небольшое для тех, кто смотрит это в записи, да и на стриме, что вероятнее всего, по тому, как мы увлекательно дочитали сегодня оперативно эту главу, вы, наверное, догадались, что как-то пока у нас не очень хорошо идет все это в принципе, и, скорее всего, мы это на hold поставим, hold position, так сказать, неопределенный. Вот. И у нас есть как бы еще в столе новая новелла Каданцева. Я не знаю, когда мы ее будем проходить. Есть еще одна штука. Есть такая игра Among Какая Us. Штука? Among Us, ты слышал, да? Наверное. Так вот, это стример какой-то? Нет, Among Us — это игра, где... Ну, что-то типа мафии, где нужно искать ноты для компании. Не, я знаю, я тебя троллю, забей. Итак, что? Да, так, вышла игрушка, да, нет, вышла игрушка, которая, ну, по жанру то же самое, нужно искать убийцу, но по вселенной Лавкрафта. Нет, по вселенной Лавкрафта. Называется она, сейчас чатик подскажет, как она называется. Давайте я сразу... Вот, я предлагаю на стримчански ее потестить, собрать пати. Дредхангер называется, вот граф подсказывает, Дредхангер. Вроде бы ничего, я посмотрел... Это про корабли же. Нет, это не про корабли. Ты плывешь на корабле. Так. Ну что значит не про корабли, когда про корабли? Тебе надо ремонтировать корабль. Правильно я понял? Да не про корабли, не про Among Us. Еще раз, игра в Among Us надо ремонтировать корабль. А это игра не, я сейчас в Steam смотрю Dreadhunger. Во-первых, это Early Access, кстати.
Ну, короче, это такой, типа, ролеплей, где нужно отыскать предателя среди своих. Так я смотрел это ее уже. Ну, короче, я предлагаю на стримчик попробовать, потестить. Может быть, и зайдет. Ну, не зайдет, так и не зайдет. Насчет Каданса... Но Early Access 700 рублей, фиг знает. Дорого, да? Не, мне не то, что дорого, мне просто лень. Мне и так, блин, 300 игр, блин, в библиотеке Steam. В общем, ребята, 301 игру Серега не переживет. Я сделал все, что мог. Всем спасибо. Я пошел. Давайте, да, лучше Каданса когда-нибудь в скором времени. Пока не знаю, когда нужно... Потому что вдруг он тоже не пойдет, я не хочу как бы ее насиловать, как вот Феникса Райта. Лучше мы немножко отдохнем, наверное, и с новыми силами уже туда. Ну да, Каданцев он не срочен. Ладно, в любом случае я на Дредхангерс какую-то пати соберу, я хочу попробовать, что это такое, поскольку я в Мангас очень весело пошпилил с чатиком. Так что в какое-то ближайшее время потестируем, да, исследуем эту игрушку. Все, Серега, спасибо! Давайте всем спасибо, давай, ребята, пока. Все способны, счастливо, пока-пока. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто подписался, не забывайте подписываться, на этом канале вообще частенько играют в разные интересные игры, так что буду рад видеть новых зрителей, и спасибо графу за поддержку на этом стриме, увидимся, услышимся, пока-пока, как Нагиев сейчас сказал.